Прежде чем открыть работу нашего семинара, хочу сообщить печальное известие о смерти нашего коллеги, товарища, историка, географа Николая Коболя, который занимался исследованиями остарбайтеров, русских военнопленных во время Великой Отечественной войны и насильственными миграциями народов. В сталинское время похороны состоялись сегодня. Он был другом нашей программы, приходил очень часто на наши заседания, собирался быть и сегодня. Я предлагаю почтить его Сегодня у нас своего рода юбилей в квадрате. С одной стороны, мы проводим круглый стол, посвященный 95-летию Всероссийского учредительного собрания. А второй юбилей значительно скромнее – это годичный юбилей нашего семинара. Срок относительно небольшой, но за этот год мы провели уже 9, и это сегодняшнее мероприятие 10-е, круглых столов, коллоквиумов, презентации книг и журналов. И очень приятно, что наш круглый стол собрал таких сильных участников. И я хочу поблагодарить партнеров из фонда «Роза Люксембург», финансирование которых позволило оплатить приезд замечательного историка Льва Евгеньевича Протасова из Тамбова, который сегодня с нами. И, кроме того, они финансировали наш фуршет, которым мы сегодняшнее мероприятие завершим. Я надеюсь, что ожидание фуршета заставит нас быть несколько лаконичнее. И работать, я надеюсь, мы будем не 3,5 часа, как это обычно бывает. Я постараюсь быть кратким и хочу коснуться только двух аспектов. Первое, важность и актуальность учредительного собрания очевидна. Более того, все время происходит актуализация значения учредительного собрания. И хотя я не историк, но я рискнул высказать свои соображения о возможных перспективах учредительного собрания в будущем. На мой взгляд, достаточно велики шансы, что в момент серьезных социально-политических трансформаций современного российского общества учредительное собрание, или как его называли 100 лет назад, хозяин земли русской, может быть востребован как механизм легитимации новой власти, легитимации всем обществом через свободные выборы. Потому что легитимность сегодняшних выборов, легитимность сегодняшней власти и легитимность Государственной Думы, они поставлены под очень большой вопрос. Более того, судьба Государственной Думы тоже под большим вопросом, потому что и, собственно, и создана, и сама идея Государственной Думы рождалась всегда авторитарной властью, который изначально ее рассматривал как симулятор парламента, а вовсе не как полнокровный, полноценный парламент. Я все-таки не буду углубляться в эту проблему, потому что за нашим круглым столом очень много серьезных специалистов и по проблемам конституционализма и парламентаризма, собственно говоря, им и карты в руки. Я просто хочу сказать, что, на мой взгляд, учредительное собрание может стать в определенных условиях таким последним шансом на примирение воюющих или собирающихся воевать сторон, шансом найти согласие. И если, скажем, 95 лет с разгоном учредительного собрания началась гражданская война, то
не исключено, что будущее учредительное собрание поможет предотвратить и гражданскую войну, и распад страны. И последний сюжет, который я хочу коснуться, касается непосредственно моих профессиональных интересов, это вопрос о том, могли ли политические противники большевизма в 18 году, в том числе и прежде всего партия СССР, могли ли они в декабре 17-го, в январе 18-го предотвратить разгон учредительного собрания. Тогда же возникли упреки в адрес руководства СССР за нерешительность, за слабоволие, за мягкотелость. Причем эти упреки шли со стороны и Бориса Соколова, который был одним из членов военной организации, и будущего ренегата Григория Семенова, который выступал на процессе 22-го года уже, в общем-то, как агент власти. Но эти оценки, они кочуют, в общем-то, из книжки в книжку, из учебника в учебник, но справедливости под большим вопросом. Практически вся фракция СССР учредительного собрания, и правые СССР, и центристы, и черновцы, они говорили примерно следующее. Большевики совершают преступления и издевательства над русским народом, но мы не можем уподобляться им. Мы должны, как избранники народа, держаться в рамках закона, и пусть парламент, пусть учредительное собрание нас рассудит. Те, кто говорил о том, что нужно немедленно начать террор против большевистских лидеров, скажем, включая Анипко, которые разработали, надо сказать, достаточно серьезный план похищения, убийства Троцкого и Ленина, и сумели внедрить в окружение их своих людей. Это все было запрещено Центральным комитетом СССР с мотивацией, что это авантюризм и может привести к пролитию большой крови. Надо сказать, что парадокс, на мой взгляд, заключается в том, что это не столько нерешительность, сколько понимание, то есть политическая ответственность и понимание, что малейшая ошибка приведет к пролитию большой крови, к развязыванию гражданской войны. Они были не готовы брать ответственность за пролитие крови, за гражданскую войну. Но другое дело, что в условиях начавшейся фактически гражданской войны, в условиях прямой конфронтации, это была позиция, как говорят, избытка интеллигентности. А интеллигенты в драках, как обычно, и проигрывают. И завершая, хочу сказать, что часто под текстом проскальзывает то, что учредительное собрание не заслуживает внимания и уважения. Мне кажется, что можно перефразировать поговорку, что мертвый лев лучше живой собачонки, и сказать, что разогнанное учредительное собрание все же значительно лучше ныне здравствующей Государственной Думы. За что ж ты так собачонку? Значит, сегодняшний наш регламент следующий. Он уже устоялся. Значит, 6 минут каждому из выступающих за круглым столом. Отслеживаем время с помощью вот этих песочных часов. Дважды переворачиваем. Главное, не забыть перевернуть вовремя. И затем вопросы из зала. Просьба только вопросы задавать, без комментариев, без выступлений. Затем обсуждение, дискуссия и короткие реплики, точнее сначала короткие реплики из зала в течение 2 минут после того, как на все вопросы ответили, и дискуссия. И завершаем круглый стол 2-3-минутными выступлениями опять по кругам. Первый из этих вопросов – общее значение учредительного собрания. Я представляю себе, что это была уникальная возможность
гражданской консолидации в расколотом обществе. В этом смысле учредительное собрание должно быть поставлено в ряд других крупнейших конституантов, от Филадельфийского конвента в Соединенных Штатах до Французского конвента периода Великой Революции, Франкфуртского парламента и так далее, вплоть до последних крупных конституантов, таких как, например, Южноафриканская Республика или конституанты в Восточной Европе и Латинской Америке. Однако следует сразу отметить, что учредительная власть может быть реализована различными способами. Возможен действительно созыв конституанта как специального института, возможно наделение учредительными функциями парламента и возможен вариант, когда новую конституцию разрабатывает исполнительная власть, часто в закрытом режиме, это важно для избежания популизма, с последующей передачей на референдум. Так, например, была разработана Конституция Пятой Республики. Были случаи, когда демократические конституции вообще разрабатывались в режиме оккупации, как, например, основной закон ФРГ, ныне действующий, или Конституция Японии. Таким образом, мы видим очень большое количество вариантов, и не нужно думать, что, собственно, созыв конвента или такой конституанты – это единственная возможность, которая существует. Если говорить о России, то здесь существовала большая специфика. Идея конституанты, в принципе, вытекает из идей эпохи Просвещения, из теории общественного договора, который говорит о договоре между обществом и властью, договоре, который должен быть зафиксирован в письменном тексте Конституции. Вот эта руссоистская трактовка учредительной власти, она реализовалась в период Французской революции, и она оказала доминирующее влияние на российское сознание, начиная с декабристов и кончая российскими либералами начала 20 века и эпохи Февральской революции. Таким образом, все основные политические силы России выступали за учредительное собрание, начиная от декабристов и кончая партиями эпохи Февральской революции, за исключением крайне левых, это анархисты, и крайне правых, это монархисты. Все эти партии, разделяя идею учредительного собрания, понимали его, понятное дело, совершенно по-разному. Для одних это действительно был хозяин земли русской, возможность консолидировать нацию на демократических началах. Для других это был чисто инструментальный институт, как, например, для большевиков, который может быть использован для захвата власти, а может и не быть использован, если найдется более удобный, например, Советы народных депутатов. Таким образом, партии различались не только в конструкции, в концепции учредительного собрания, но и в политическом использовании этой идеи. Очень важный вопрос был поставлен в программе и уже возник в дискуссии значение учредительного собрания для легитимации политической власти. Почему учредительное собрание было так важно для Февральской революции? Это объясняется, на мой взгляд, тремя основными причинами. Первое. Это объясняется крушением преемственности правовой традиции. Дело в том, что цепочка отречения от власти монарха, его сына и великого князя Михаила Александровича не имели правового характера. Власть перешла не к Государственной Думе, а к Временному комитету Государственной Думы. И от Временного комитета Государственной Думы она перешла к Временному правительству. Таким образом, Временное правительство оказалось в воздухе. Оно не могло опираться на старые законы, но оно не имело новых. В этих условиях консолидировать нацию, по мнению Временного правительства, и могла идея учредительной власти. Вторая причина, которая говорит о важности этой идеи, состоит в том, что возникли самопровозглашенные органы власти, по существу неконституционные, советы народных депутатов, которые в сущности властью и не были, но которые претендовали на эту власть. В этих условиях, конечно, идея учредительного собрания должна была способствовать разрешению конфликта двух центров учредительной власти. И, наконец, третье. Временное правительство не без основания полагало, что разработка новой конституции даст основу политической стабильности. Каковы были ошибки временного правительства? Почему идея учредительного собрания сыграла в России не только положительную, но и существенную отрицательную роль? На мой взгляд, эти ошибки сводятся к следующему. В целом, это наивная руссоистская идеология и, можно сказать, представление о парламентаризме в его классической европейской форме,
без учета специфики России, без учета того, что основная масса российского населения, крестьянства, стояла тогда вне политики. Затем, деятели Временного правительства заимствовали в качестве модели учредительного собрания модель Третьей Французской Республики, которая замечательна тем, что она фактически отдает всю полноту власти, законодательной власти, и резко уменьшает значение исполнительной власти. Отсюда известная идея непредрешенчества и нежелание Временного правительства участвовать в разработке закона. В-третьих, это, конечно, промедление с созывом учредительного собрания, основной причиной которого было то, что они хотели сделать это очень качественно и договориться со всеми политическими партиями, что, вероятно, в тех условиях было невозможно. В-четвертых, это раскол самого Временного правительства и, в частности, появление популистских тенденций в работе не только юридического совещания, но особенно особого совещания для приготовления проекта о выборах в учредительное собрание и во все выборы. Разные партии с трудом могли договориться о содержании этих документов. Наконец, очень важно, и этот вопрос был поставлен ведущим, почему Временное правительство не смогло консолидировать власть. Временное правительство действительно испытало в известной мере паралич воли. Существовало как минимум три возможности уничтожить конкурирующую власть Советов. Первая возможность существовала 2 марта, когда Временное правительство пошло на переговоры с Советами, фактически таким образом признав их и легитимировав их претензии на власть, при том, что Советы были, конечно, неконституционными органами власти. Вторая возможность существовала в период июльского кризиса, когда Временное правительство могло уничтожить Советы, воспользовавшись выступлением большевиков. И третья возможность – это август-сентябрь, когда генерал Корнилов попытался свергнуть Советы, и вы знаете, что ему в этом помешал Керенский. Таким образом, было упущено 3 шанса уничтожить Советы, и, собственно, в этом проявилась неспособность Временного правительства консолидировать власть. В этом проявилось то, что Временное правительство плохо понимало технологии государственных переворотов новейшего времени. Оно исходило из представления о том, что все политические дебаты должны вестись в Таврическом дворце, без учета того, что существуют новые технологии массовой мобилизации, которые не связаны с парламентскими дебатами, а могут привести к власти экстремистские силы. Но если говорить совершенно коротко, то Временное правительство, используя современные понятия, должно было сделать что-то вроде антитеррористической операции, аналогичное уничтожению Бен Ладена, а не заниматься 25-степенным вопросом о том, является Ленин немецким шпионом или не является. Следующий важный вопрос, который был поставлен перед нами, это возможные способы организации учредительного собрания. Таких способов существует 3. Один из этих способов – конвент, то есть неограниченная власть учредительного собрания. Второй способ – это превращение его в некий аналог парламента. И третий способ – передача власти от учредительного собрания сильному президенту. Идеологи учредительного собрания либеральные предлагали модель, напоминающую Конституцию Веймарской Республики. Каковы были возможные варианты отношений между Советами и Временным правительством? Один из этих вариантов – это, конечно, их конкуренция и их конфликт. Я бы не стал называть это двоевластием, поскольку двоевластие предполагает некоторое равенство сил. Речь же фактически шла о конституционной и антиконституционной власти, под которой я и понимаю Советы. Во-вторых, возможен был теоретический вариант создания двухпалатного учредительного собрания. Это, кстати говоря, предлагали Зиновьев, Каменев и Рязанов, когда они оппонировали Ленину в вопросе о взятии власти. Они исходили из того, что возможен двухпалатный конвент, одна из палат которого будет учредительным собранием, другая съездом Совета. Но этот вариант был практически нереализуем в силу различной природы этих учреждений. И третий вариант состоял в том, что либо учредительное собрание уничтожит Советы, либо Советы уничтожат учредительное собрание. К сожалению, реализовался самый неприятный из этих вариантов. Большевики противопоставили законной власти учредительного собрания
нелегитимный третий съезд Совета и вообще систему Советов принят в дальнейшем Конституцию 18 года, где было просто записано, что РСФСР – это диктатура. Почему они допустили его? Я думаю, что, несмотря на то, что они уже были у власти после Октябрьского переворота, я думаю, что причина состояла в том, что сами большевики не были уверены в том, что они удержат власть. Крестьянство поддерживало эсеров. Экономика развалилась после национализации промышленности и введения рабочего контроля. Большевики не были уверены, что они контролируют армию. Далее, они не знали, получат ли они достаточный процент голосов в учредительном собрании. Они полагали, что они получат больше. Как мы знаем, они получили гораздо меньше голосов. Эсеры 40%, большевики несколько больше 20%. Наконец, существовал раскол внутри самих большевиков, некоторые из которых выступали за созыв учредительного собрания, другие против. Кроме того, существовал фактор левых эсеров, которые настаивали, будучи союзниками большевиков, на том, что учредительное собрание должно быть созвано. Таковы причины того, что они все-таки пошли на созыв. Почему они распустили учредительное собрание? Я думаю, что причины таковы. Во-первых, они верили в мировую революцию и считали, что она произойдет очень быстро. Во-вторых, они понимали, что они утратят власть в случае, если учредительное собрание продолжит свою работу, в силу того, что они получили меньшинство голосов. В-третьих, они поняли, что значительная часть армии поддерживает их, во всяком случае, Северо-Западный фронт и так называемая Преторианская гвардия Ленина, латыши, кронштадтцы, поскольку большевики демагогически заявили о выходе из войны. И, кроме того, здесь большое значение имеет фактор Ленина, поскольку именно Ленин выдвинул идею перерастания одной революции в другой и исходил из того, что диктатура – это не просто форма правления, как абстрактно намекал неопределенно очень Маркс в критике Готской программы, а диктатура – это реальный режим с пулеметами, с тюрьмами, который может реализовать волю правящего большинства. Вот таковы были причины разгона большевиками учредительного собрания. Андрей Николаевич. Последний вопрос состоит в том, чтобы выяснить, каковы были последствия роспуска учредительного собрания. Они, на мой взгляд, таковы. Это кризис легитимности всего переходного процесса власти, это провал договорной модели выхода из революционного кризиса и принятия демократической конституции, это раскол нации и гражданская война, это полная внешнеполитическая изоляция, и невозможность в силу декрета о мире и публикации тайных договоров с державами Антанты получить какие-то преимущества из практически выигранной войны в Германии. Это, наконец, раскол мирового социалистического движения, потому что именно с роспуском учредительного собрания связано образование третьего интернационала, конфликт между вторым и третьим интернационалом. И, кстати говоря, Роза Люксембург, фонд, который здесь представлен, очень резко выступила против Ленина именно в связи с роспуском учредительного собрания, полагая, что Ленин предложил нечто вроде карикатуры на марксизм. Не буду комментировать выступление Андрея Николаевича, потому что, собственно, можно уже после этого выступления сразу переходить к дискуссии, потому что как минимум там пунктов 5-6 вызывает бурную реакцию в зале среди участников круглого стола. Единственное, что хочу сказать, что не столько новые технологии появились в 17 году, ничего особого нового в использовании партии, использовании масс для захвата власти, на мой взгляд, не было. Скорее, проблема заключалась в том, что никто не ожидал, что политическая партия, которая всегда выступала за учредительные собрания, вдруг на 180 градусов развернется. Партия, которая говорила, что социализм должен вызреть, через несколько поколений только он может наступить, как немедленно берется за захват власти. То есть никто не ожидал от людей, что они изменят своим же взглядом, своим же концепциям, и что они способны на такую, как бы мягко выражаясь, эластичность.
пределы человеческого вероломства, они познаются только опытным путем. До последнего большая часть тех же эсеров верили, что большевики, как они любили говорить, честная политическая партия. Оказалось, что бесчестная политическая партия. Но об этом тоже можно подискутировать. Учредительное собрание, идея, в сущности говоря, западная, а получила максимальное распространение, чем свидетельствует и наше нынешнее собрание, именно в России. В общем-то, это не единственный парадокс. То же самое мы можем сказать и о марксизме, для которого вроде бы в России и почвы не было. Я хотел сказать, перефразировать всем известные завещания, тоже другое. Если во Франции, допустим, где был осуществлен опыт учредительного собрания, на которое ориентировались последствия российские социалисты, вначале было дело, то есть это спонтанно возникло, то в России вначале было все. И идея учредительного собрания развивала, развивалась в России на протяжении большей части 19 века. Я не буду говорить там о Конституции Муравьева, о народниках, народовольцах с их письмом Александру Третьему. Но идея эта, в самом деле, тогда получала все большее распространение. Даже Ленин, ранний еще Ленин, и тот допускал возможность в одной из своих публикаций в 90-е годы того, что такое собрание будет октроировано, будет, то есть, даровано императору. Каковы источники этого распространения? Ну, образцы исторически известные, Соединенные Штаты Америки, Франция, социальная среда, вероятно, тоже. Это, конечно, народолюбивая интеллигенция, которая была уверена, представляла себе народ как мудрое, разумное, но не сознающее свою силу среду. И исправляя, оплачивая цену прогресса, старалась сделать все это нам. Потом эта идея попала, да, и таким образом идея приобретала все более и более универсальный характер. С ней связывалось решение сразу всех проблем, а в России так и получилось, что в 17 году все проблемы сошлись в одном фокусе, включая еще и войну. И так оно и получилось, вошли в программу партии. Но реально широкое распространение этой идеи получилось все-таки в ходе пакетной кампании. Я считаю, нужно это подчеркнуть. То есть идея распространения принадлежала больше либералам, которые организовали в ноябре 1904 года банкетную кампанию в честь 40-летия принятия судебных уставов, возвращения, так сказать, к этим образцам судебной реформы. Первая русская революция к этому добавила, и идея стала настолько распространена, что позволю себе сказать, что в 17 году все партии не оказались заложниками этой идеи. И когда это произошло в феврале 17 года, в феврале-марте, деваться было некуда. Еще в таком формате, как всеобщее избирательное право, равное, прямое, тайное и так далее. Я плохо представляю себе, как можно было от этого отказаться. Хотя мы, конечно, в известной степени рабы от наших сложившихся представлений о том, что было так и не могло быть иначе. Андрей Николаевич назвал несколько. Наверное, возможны были другие варианты созыва даже учредительного собрания или обойтись без него, назвать учредительным собранием какой-то другой представительный орган, скажем, собрание членов четырех государственных дум, оно было в апреле 1917 года. Но дальше, чем дольше оттягивалось учредительное собрание, тем меньше было шансов на его удачу. Формула непредрешения в какое-то время, как и идея учредительного собрания, играла, я считаю, позитивную роль, она обеспечивала консенсус. Но по мере того, как при нашей деструктивной культуре политической интересы партии расходились, а каждый из партий, как здесь и говорилось, вкладывал свой смысл, все меньше и меньше оставалось возможностей для того, чтобы найти этот консенсус в самом учредительном собрании. Заметьте, если говорить, так сказать, о перспективах, о создании нового учредительного собрания, ведь говорили все депутаты учредительного собрания 5 января на одном языке. Одна и та же лексика, социалистическая. А консенсус, какой там консенсус? Даже договориться невозможно. Это, повторяю, конечно, наверное, отражение нашей ментальности, на которой многое работало.
прямо и косвенно работали, повторяю, и народолюбие, и мессианство наше российское, может быть, даже неославянофильство среди особого пути России, вот, показать всему миру. Но к тому времени, когда выборы происходили, уже все партии определились со своими интересами. Для кадетов это было выгоднее задержать учредительное собрание как можно дальше, дольше, потому что не удастся, они понимали, обеспечить чисто демократические выборы, демократический институт. Для большевиков это вообще был проходящий этап, потому что расчет был на мировую революцию, а учредительное собрание просто тактический маневр. Единственная партия, которая искренне предана была этой идее, это эсеры, но вы уже здесь говорили, Константин Николаевич. Романтизм – хорошая вещь, конечно, наверное, особенно в отношениях между людьми. Но оборотная сторона – это романтизм. Это вот боязнь власти, боязнь твердых решений. И когда речь идет о столкновении внутри видов, то ясно, что побеждают самые сильные, самые приспособленные. Так оно и произошло. Романтизм – это хорошее качество, но не только романтизм, но и политическая честность, желание держаться в рамках закона, держаться в рамках определенных правил игры, действовать, как это говорил или повторял Герцен, своим собеседникам, своим противникам нужно раскрывать глаза, а не вырывать их. Вырвать глаза всегда легче, чем раскрыть, по крайней мере, значительно быстрее. Побеждают не только сильные и приспособленные, а более циничные, более наглые, более беспардонные, готовые лить кровь. Это тоже нужно признавать. То есть понятно, что осуждая тех, кто не смог совершить решительные действия, мы не должны понимать о том, что решительные действия – это решительные действия решительным действием. Я в другом случае. В животном мире вот это действует, естественно, в суждении белых. В отношении к между людьми, конечно, вступают бараны факты, если я приду с вами согласен. Когда говорил о более сильных и более неспособных. Тут ведь вопрос как раз в этом и заключается. Морально ли дело политика? Вот те, кто говорят, что нет, не морально, они, как правило, все-таки побеждают. Те, кто говорят, что все-таки морально, давайте соблюдать какие-то правила игры и законы, те, как правило, проигрывают. Вот читая курс истории государственного управления в России, я, среди прочего, провожу со студентами семинар, как могла бы управляться Российская Демократическая Федеративная Республика. Тоже пытаясь выстроить некую реконструкцию. Какие решения могли быть приняты учредительным собранием и как это могло бы повлиять на дальнейшее развитие России. И там же со студентами я как раз привожу как пример, как будущим управленцам, то очень важно принять решение вовремя, пусть несовершенное, чем с запозданием принять идеально проработанные решения. Вот, собственно, то, что мы получили с учредительным собранием России. Действительно, великолепное положение о выборах, наверное, лучший акт о выборах вообще не только за всю российскую электоральную историю, но один из лучших в мире. Вот. Ну, на самом деле, могут это некоторые заделы на будущее, чтобы те, кто будут готовить следующее учредительное собрание, меньше времени потеряли. Вот. Второй вопрос. Действительно, а вот представим. Получилось, учредительное собрание принимает Конституцию, принимает закон о земле, там, достаточно благополучно решает вопросы переговора о мире. Действительно, насколько долгосрочной была бы эта российская, ориентированная на движение к социализму демократии? Давайте посмотрим международный опыт. Ведь 18-19 годы – это целая серия демократических национально-освободительных революций в Центральной и Восточной Европе, в том числе на территории бывшей Российской империи. Это целая серия учредительных собраний и принятых ими конституций, и мы видим некоторые общие закономерности. Практически повсюду, там, где революция не срывалась опять влево-вправо, как произошло в Венгрии,
где после Советской Республики наступила достаточно жесткая, как бы, белая диктатура с белым террором. Кстати, один, едва ли не единственный, ну, кроме Финляндии, еще не единственный пример, где белый террор был гораздо более кровопролитным, чем красный. Мы везде видим, действительно, установление режимов в большинстве случаев, как бы, ориентированных на преобладание законодательной власти, с очень слабой исполнительной властью. Что мы видим в Центрально-Восточной Европе 20-х, начало 30-х годов? Практически все эти режимы рано или поздно приводят к очень сильной нестабильности на фоне социально-экономических кризисов, а в России социально-экономический кризис был бы, несомненно, чрезвычайно глубок, собственно, он уже был чрезвычайно глубок, и к серии полуавторитарных, авторитарных переворотов за двумя исключениями – Чехословакия и, как ни парадоксально, Финляндия. Вот, как бы две страны, которые сохранили более-менее демократические режимы. Во всех остальных, как бы в Польше, в Прибалтийских республиках, в Германии в 1933 году, как бы мы видим, как бы, уничтожение демократии. Не исключено, что эта судьба ждала бы и Россию. Учредительное собрание и совет. Я бы обратил внимание, вот, что в рассуждениях у Андрея Николаевича Медушевского сквозит некоторые, и отчасти у Григорьевича Протасова, сквозит некоторое непонимание того, что такое революция. Знаете, вот эти проекты ликвидировать советы, они бы, в общем, вряд ли бы получились. Скорее бы советы ликвидировали бы временное правительство по соотношению сил реально. Либо, если бы советы были ликвидированы, это означало бы и остановку революции, и ликвидацию демократии. Это было бы установление жестко авторитарного, может быть, даже протофашистского режима. Вот. Тем не менее, да, действительно, это очень острый конфликт. Решить его чрезвычайно сложно, но я назову два примера. Это Австрийская революция 18-го года и замечательные книги Отто Бауэра, которая так и называлась, Австрийская революция 18-го года. Как раз целая глава посвящена тому, что он называет функциональной демократией. Тому, как советы, как органы представительства социальных групповых интересов были вписаны в правовую систему, но не как, орган власти, а именно вот как орган выражения интересов пролетариата и возможности его согласования с другими социальными классами интересов. И второй пример, нереализованный, это законопроект Рудольфа Бефердинга, в тот момент члена независимой социал-демократической партии Германии, значит, предложенный Веймарскому учредительному собранию, о создании третьей палаты германского рейхстага. Палаты, основанной именно на советах, как бы, и, наверное, не слишком реалистический проект в том, что Гитлер предлагал, скажем, даровать этой палате право вето по социально-экономическим вопросам. Но, тем не менее, как видим, некоторые интересные наработки, такие действительно выходящие за рамки традиционной правовой мысли, в общем-то, в ту эпоху были. И не исключено, что, поскольку, если мы посмотрим, статьи и социалистов, революционеров, и социал-демократов, и меньшевиков в той эпохе, отрицая претензии большевиков на возможность сделать советами единовластным органом, они признавали их роль как органа классового представительства. Так что здесь тоже вопрос достаточно интересный и открытый. Спасибо. Когда я смотрю на те дебаты, которые происходили в период о том, как надо, что надо и так далее, я думаю, я автоматически сравниваю это с способами выхода на решение, более принятыми в Англии, чем в России. Автоматы. Потому что для меня парламент – это все еще другой парламент. Я думаю, что главное здесь вот где, чтобы меня всегда особо интересовало. Вопрос,
которое ставится, с чего начинаем, так сказать, принятие решения о изменении. Я думаю, что когда смотришь на дебаты в России этого периода, что меня потрясает, это насколько мало обращают внимание на то, что есть. На те демократические корни и демократические тенденции и демократические институции, которые существуют в России. Вместо этого строится абстрактная, прекрасная картина необыкновенного будущего, которое можно что? Откуда-то взять и придумать. То есть люди сидят и придумывают себе блестящее будущее. Лучшее будущее, чем это ужасное будущее. Это настоящее, которое существует. И никто... Россия страна, скажем, если говорить о христианстве, массового кооперативного движения, которое демократично, которое очень хорошо сорганизовано, и которая крупнейшая в Европе в этот период. Никакого внимания к этому. Никакой мысли о том, как употребить это продвижение вперед в демократизации общества для того, чтобы создать следующий шаг. Более эффективный. Или более демократичный. Или более подходящий нам. Это как будто бы дебата, которая идет, это дебата в отрыве от политической действительности страны. И это, конечно, завязано также в других вопросах. Всюду, вдоль всего, все дебаты ставится вопрос, как бы придумать что-то необыкновенное. А не что сделать с тем, что есть, чтобы продвинуть вперед то, что есть, и добиться лучших результатов наиболее эффективно и, я бы сказал, с самой малой кровью. Я думаю, что где-то в центре проблемы, которая стала, было как раз это невозможность политического класса думать категориями реальных существующих процессов. Незаинтересованность особая даже в этих процессах. Больше их употребляли как способ атаковать противника, но не как реальный процесс, реальную Россию, которую надо перестроить. Я думаю, что в этом главное и центральное объяснение того, что произошло. Потому что это не могло произойти по-другому. Поскольку не было связи настоящей реалии с действительностью. Те, кто имеет какое-нибудь сомнение, пусть возьмут книгу «Революция и государство» Ленина. Это совершенно невероятная книга. Абсолютная утопия. Вне связи с тем, что было в России, что есть в России, или что будет в России. И это пишет человек, который, вообще-то говоря, гордился тем, что он не утопист, безбездарный. Более утопичной книги я в жизни не читал. Особенно если связываешь эту государственную революцию с действительностью России. И это не... Этого вопроса вообще не задают, я должен сказать. Когда я смотрю на работу большинства историков России, никто не задает вопрос, как могла такая книга произойти. Он был лжецом, это была просто пропаганда. Не думай, не выглядит мне во всяком случае, как просто ложь. Главное
обратную сторону, взять власть, а там уже увидим. Я думаю, что это было бы упрощением группы. Это принято. Что-то это значило для автора, которого звали Ульяшев. И на этой базе была построена, во-первых, стратегия действия, во-вторых, план будущего, в-третьих, какая-то картина России, которой еще нет, но которая должна быть со стороны большевиков. Я должен сказать, меня интересовали больше эсеры с точки зрения моей работы. Там было примерно то же. Это не вопрос, что большевики там. Буду спорить. Ну, будем спорить. Потому что меня потрясало, как эсеровское движение могло просто не заметить кооперативное движение русской почты. Они были за, они не были против. Но это не был центр того, из чего можешь построить страну. Ну вот, что хотел сказать на первом. Значит, в отношении того, что Ленин и большевики изменили всю систему своих взглядов, перевернули с ног на голову и не обращали внимания на реальность, абсолютно согласен. Но возьмите тех же либералов и их связь с земством. Они прекрасно знали возможности земства и думали об использовании механизмов земства и возможностей земства для дальнейшей демократизации страны. Что касается эсеров и кооперации, то вообще эсеры ввели кооперацию в программу еще в 1905 году. Там я читал, что они говорили, что все реформы должны быть равноценны. Партия, профсоюзы и кооперации. Вот были еще партии, кооперативы, там шли наряду с партией и профсоюзами. Кооперативы в крестьянстве, они сплошь эсеровские. А социализация земли, она использована, она должна была использовать механизмы кооперации. И особенно то, что кооперация вырабатывала солидарность людей. Солидарность, без которой социализм не мыслился. То есть эсеровский социализм, эсеровское движение к лучшему обществу – это эволюционное развитие и постепенное улучшение использования, используя в том числе механизмы кооперации – это просто реальность. Я готов, наверное, даже просто сяду, напишу статью. Я хочу напомнить, что кооперативный съезд мы связался против объединения с партией. Съезд кооператоров. Кооператоры хотели сохранить свой статус, свое место, свой голос. А зачем им теряться в объятиях огромной, самой популярной партии? То есть, а с другой стороны, тот же Крыленко в 22-м году на процессе СССР говорил, что эсеры все гнездятся по кооперативам и по отделу народного образования. Что это химический процесс выработки эсеров из кооперативов. Вся интеллигенция эсеровская, народная, сельская, это фельдшеры, кооператоры, народные учителя, лесники. Кого-то забыл еще? Ну и все, наверное. Ну, агрономы это уже, агрономы. Здравствуйте, дорогие коллеги. Получаю большое удовольствие от нашего круглого стола, тем более у нас вроде бы куется победа, надо быть немножко Бен Ладеном, абсолютно не обращать внимания на происходящее, писать утопические книги, не имеющие связи с реальностью, и тогда победишь точно. Вообще говоря, всегда есть такой соблазн исторических параллелей, и особенно после первого выступления, захотелось провести такие выступления. Представляете, начало 2018 года, глубокий политический кризис перед выборами президента. Правые эсеры, непоследовательные, ведомые нерешительным лидером, пытаются спасти остатки российской государственности, в союзе с октябристами и кадетами из Координационного совета оппозиции созывают учредительное собрание.
левые эсеры вместе с Левым фронтом из тактических соображений поддерживают созыв учредительного собрания. И вот тут аналогия заканчивается, потому что в зал входит единорос Железняк и говорит, Следственный комитет устал ждать. И проводится антитеррористическая операция. Против Белова. Но это все, конечно, шутки. На самом деле, я бы, конечно, не хотел говорить про историю. Все эти параллели очень рискованные. Хотел бы сказать, конечно, про настоящее. Как мне представляется, одна из самых больших проблем современной российской системы – это как раз недостаток ее легитимности не в силу того, как, например, были проведены последние выборы и легитимности одного института, там, Государственной Думы. Ну, допустим, да, Государственная Дума, мягко говоря, наверное, не соответствует волеизъявлению избирателей, хотя тоже вот каждый раз, когда такой разговор заходит, даже там внутри нашей фракции, да, мы вроде там требовали там, перевыборов, требовали всего остального, требовали, но люди говорят, ну так а что там, сдавать мандат, мы-то честно получили свои мандаты. И более того, даже в Единой России ну, реально там две трети людей получили мандаты честно, да, то есть, ну, если они получили там, допустим, не 50% голосов, значит, 49% сколько они официально записали там, на чуровских выборах, но получили они, допустим, 35% голосов. Да, это как раз означает, что примерно две трети там находятся по праву. Ну и в этой ситуации, конечно, расклад сил не соответствует волеизъявлению граждан. Большинство депутатов, получается, сидит там. Причем подавляющее большинство депутатов, получается, сидит там по праву. Я думаю, что корень, он все-таки лежит в 93-м годе. Он лежит тогда, когда принималась действующая конституция. И многие тогда говорили о том, что и метод принятия конституции, и отдельные положения этой конституции неминуемо рано или поздно приведут к кризису легитимности власти. Вот он, собственно, наступил. И он был абсолютно запрограммирован, так что я очень хорошо помню это время. И несмотря на то, что, в общем, был тогда еще совсем юным. Но уже тогда были разговоры в той же самой межрегиональной депутатской группы остатков, которые там даже или Моссовет, то есть тогда говорил о том, что вот Борис Николаевич, допустим, хороший президент, но после Бориса Николаевича придет какой-нибудь КГБшник, и на этом все закончится. Ведь вот как вот, понимаешь, вот глядели, но это не от того, что Путин проводит другую политику, как это считают там многие нынешние либералы. Как раз наоборот, от того, что он проводит ровно ту же самую политику. И, собственно, вся эта конституция была написана таким образом не потому, что кто-то что-то не додумал, не догадался и так далее. Потому что было вполне понятно, что невозможно провести ту политику, которая закладывалась тогда, абсолютно демократическими методами. Потому что если была бы полная демократия, были бы свободные выборы, ну, в 96-м году победил бы Геннадий Андреевич Зюганов. Как я думаю, на самом деле и победил. На самом деле ничего страшного от этого не было, потому что я не вижу принципиальной разницы между Геннадием Андреевичем Зюгановым и тем, что мы наблюдали после этого. Но, тем не менее, это была бы все-таки немножко другая группа людей, чем та, которая была у истоков российской государственности. И экономическая политика, которая очевидным образом не поддерживается там, 90% населения страны, потому что, я думаю, мало у кого есть иллюзий, там, в том числе у самых там, либерально настроенных, точнее неолиберально настроенных, это все-таки более точная формулировка, у нас деятелей, как люди относятся к приватизации, как люди относятся там, к трудовому кодексу, который принят, как люди относятся к налоговому кодексу, который сейчас действует и так далее и тому подобное. Я думаю, что ни у кого нет иллюзий, что там 90% граждан на свободном референдуме по большинству вопросов поддержат не ту линию, которая на данный момент проводится. Они не будут готовы проголосовать за кого-то другого, они действительно в значительной части голосуют за Путина. Но это не потому, что они поддерживают эту политику, а потому что они не видят никакого носителя этой самой альтернативы. Если бы они увидели политическую силу, которая была бы в состоянии не только выдвинуть альтернативную программу, но и ее реализовать без там, крови и насилия, ну, результат таких выборов был бы, конечно, предрешен. Поэтому, на самом деле, в интересах
и действующие элиты, и большинство населения преодолеть этот самый кризис легитимности. Единственный способ преодоления, это является, вне всякого сомнения, разработка новой конституции. Вряд ли я думал, что ее разработка может быть проведена методом учредительного собрания. Ну, чем будет отличаться это самое учредительное собрание от там, Государственной Думы или даже Координационного Совета Оппозиции? Мне кажется, что много все-таки времени утекло с тех времен, когда были первые прецеденты. У нас сейчас есть совершенно другие прецеденты, в том числе тот, который никто не назвал из говорящих сейчас, а вот совсем недавно в такой замечательной маленькой, но гордой стране, как Исландия, совершенно верно, абсолютно всенародным голосованием была принята новая конституция. Поводом к этому было нежелание платить по долгам, сделанных не без участия российского олигархата. Говорить про создание какого-то промежуточного органа, мы опять столкнемся вот как раз с той же самой проблемой, которая была в феврале 1917-го, и которая потребовала почти года, чтобы это самое учредительное собрание собрать. Потому что процедура выборов – это еще и механизм, надо договориться сначала до процедуры. По очевидным причинам мы не сможем добиться до процедуры заранее. Соответственно, очевидным образом будет идти переходный период. Пока будет идти этот переходный период, временная власть надоест основной массе населения хуже горькой редьки, и закончится все это так же, как это закончилось и так далее. Никакого, соответственно, собрания не произойдет. Я не уверен, что это плохо. Но это может быть плохо. И поэтому, если мы хотим преодолеть эту самую легитимность, то необходимо действовать, конечно, методами прямой демократии. Я заканчиваю. И мне кажется, что этот самый метод, собственно, дает ответ на последний вопрос, который вот в нашем списке вопросов есть. Это о том, что есть ли принципиальное противоречие между идеей учредительного собрания и идеей советов. Между этой идеей в случае представительной демократии есть, между этими идеями в случае прямой демократии нет, потому что это одно и то же. Поэтому это противоречие, мне кажется, надуманным и преодолимым. Спасибо. Спасибо. Я бы позволил себе только одну маленькую реплику, что учредительное собрание созывалось отнюдь не только для выработки Конституции как таковой. Да, в этом случае мы учреждаемся. Это ведь парламент. Это демократически избранный парламент с очень прописанными процедурами, в отличие от Государственной Думы, который скорее симулятор парламента, недопарламент. А парламент в любом случае нужен, потому что Госдума – это мертворожденное дитя, и грех, первородный грех, это родовая травма от авторитарной власти. Вы что хотите с Госдумы делаете, она никогда не станет парламентом. Хотя это может быть моя очень субъективная интуиция. Это дитё дожило даже до совершеннолетия в этой агонии. А и сейчас это дитё ненавидит 90% страны больше, чем действующую власть. А, да, может быть и больше. А власть сделала все замечательно для того, чтобы никогда не повторился февраль 2017 года. Чтобы больше никогда демонстранты не пришли к Таврическому дворцу или там, где заседает Госдума, и не отдали бы ей власть. А Госдума, парламент, сама идея парламента дискредитирована до предела. И это была вполне сознательная политика. Посмотрите, как средства массовой информации всегда освещали, освещают Государственную Думу. Это или разборки и дебош Жириновского, или депутаты спящие, или депутаты, которые бегают, нажимают на кнопки. А то, что... Лучше спящий, чем говорящий. Это правда. Это правда. А то, что депутатом 10 лет был, скажем, Герман Титов, я узнал, например, из репортажа уже после его смерти, потому что никогда не брали у него репортажи, даже его просто боялись, потому что он был слишком известным, авторитетным человеком, и боялись, что с его авторитетности симпатии перейдут и на Думу. То есть это сознательная политика, и я бы сказал, что Госдума как символ, как механизм, он очень сомнительный.
Я хочу сказать, что при всех натяжках аналогий есть все-таки один очень важный опыт. Вот так развиваются события в условиях острого социально-политического и социально-экономического кризиса. И вполне возможно, что у России это впереди. Поэтому этот опыт нужно, конечно, тщательно и внимательно изучать. И первое, что вытекает, если мы начнем думать о реальных альтернативах, которые тогда стояли, здесь я солидаризируюсь с Павлом, это, конечно, крайний утопизм надежд на правый переворот. Потому что когда вот идет такой поток, против него тыкать в него, так сказать, этими штычками, когда просто в этом потоке идет штыков в 10 раз больше, но попытку Корнилова объяснить Керенским мы не можем, потому что Керенский сам уже популярность потерял. Ну, присоединился бы он к Корнилову, там бы и оказался, в том же выходе. Вот, потому что поток еще углублялся, тенденция не развернулась. И, собственно говоря, торжество большевизма дальнейшее, оно во многом связано с тем, что власть была консолидирована в тот момент, когда поток стал разворачиваться, когда уже стала накапливаться усталость от революции. Было очень важно, кто и что будет делать вот в этот момент разворота, в этот момент какой-то стабилизации. Представьте себе, как я говорил, 2018 год, острый кризис в Соединенных Штатах Америки. Пятая часть населения голосует за Бен Ладена. Проводится антитеррористическая операция против пятой части населения. Это что такое? Это гражданская война и фашистский переворот. Ну как еще раз это назвать? Поэтому здесь, конечно, эта тенденция, ну в общем, я даже не буду тратить на нее дальнейшее время. А вот более реальная тенденция в этот момент, при том раскладе политических сил, при тех итогах голосования, когда за большевиков все-таки значительная часть населения активного проголосовала, значительная, очень нельзя сбрасывать, это какой-то компромисс левых сил и проведение какой-то внятной социальной политики. То, чем не мог похвастаться тот же Керенский, так сказать, отсюда вот эти вот растраченные критические тоже месяцы. Потому что массы кричали, чаяли, и начните хоть что-то делать, хоть что-то начните в социальной области. Ситуация ухудшается, ухудшение ситуации началось не с приходом большевиков к власти. Статистически оно началось в 2016 году. Падением производства в ряде отраслей, продолжался всю дорогу. А вот, конечно, большевики добавили, здесь я не их адвокат, но тоже на них все сваливают, так сказать, это антиисторично. И в этом отношении разворот влево был возможен, как некоторый компромисс между эсеровской линией и, скажем так, марксистской линией, потому что большевики, вот, так сказать, от своих друзей по РСДРП в экономической области отличались ведь не так радикально. Если вы посмотрите речь Шлидзе на демократическом совещании, куда, кстати, Чернов изо всех сил втаскивал кооператоров, сказать, что эсеры не видели кооператоров, да они втаскивали изо всех сил, просто потом выяснилось, что крестьяне кооператоров во многом спекулянтами считали, они своими, может быть, не считали во многих случаях. И результаты, ну, большевики их убили окончательно, чтобы разразиться. Вот, поэтому свободу-то им дали. Но вопрос, что такое была еще такая операция, это отдельная тоже тема интересной дискуссии, на которой нет времени. Но все понимали. И что же предлагает нам Чхеидзе? Только словами демократия это отличается от, я бы так сказал, брежневской системы. Планирование, вся система там сверху вниз, разработки Кромана. Ну да, и разработки Кромана и все. Но, с другой стороны, модернизация, регулирование экономики, конечно, вот внесение в нее именно этих демократических механизмов, которыми эсеры и меньшевики, отличаются от большевиков, были сильны. И, извините меня за это страшное слово, советизация этой концепции, потому что, если уж мы тут апеллируем к каким-то структурам, которые имелись налицо, вот советы имелись на лицо. К сожалению, для учредительного собрания она стала последним шансом, когда можно договориться. И, в общем, в этот момент уже договариваться никто особенно не хотел. Но оно и состояться-то могло, только если бы они договорились. По одной простой причине. Потому что кворума не было без этой договоренности. Оно не существовало без этой договоренности. Реальный шанс договориться существовал в сентябре 2017 года. Это хорошо известный эпизод. Потому что даже Ильич дрогнул при всей его, так сказать, классовой непримиримости и при всем его государстве и революции. Конечно, утопическая эту работу я совершенно не считаю. Политика проводилась, просто другой вопрос, зачем и как и почему.
Но, с другой стороны, он был согласен пойти на уступки, но другая сторона тоже дрогнула. Они просто руку вроде как то протягивали, то назад, то вперед, то назад. Тоже надеялись, так сказать, на то, что удастся, может, силовым каким-то путем, голосованием или что-то, но получить, так сказать, в момент стабилизации всю полноту для проведения некоторой линии. Я думаю, что при всей тягчайшей ответственности большевизма за результат, ответственность его оппонентов снимать нельзя, она совершенно такая же, потому что не было твердой установки на компромисс. Почему учредительное собрание не могло состояться без этого компромисса? 710 избранных депутатов, 410 собралось, да, кому-то помешали доехать, безусловно. Но извините меня, помешали, не помешали, значит, может быть, не очень стремились. Так сказать, это тоже такой момент политической борьбы, острой политической борьбы, которая шла. И в этой ситуации, если 155 человек у вас уходят, из 410 у вас кворум очень относительный. Да, то есть, как правильно, вот известный легитимист Вадим говорит, нет у вас этого кворума, нет у вас учредительного собрания, и Железняк ничего не разгонял. Он просто констатировал простую вещь, надо соблюдать трудовой кодекс, караул устал. Вот, который сам и принял наш. Ну, это важно. Наш Железняк ничего плохого не делал. Вот, и, интереснейшие анархо-синдикалисты трактовки. Дело в том, что депутаты разошлись, чтобы собраться на следующий день. На следующий день им напомнили, что кворума нет, сказали до свидания. Значит, что мы имеем после этого? После этого, или даже во время этого, мы имеем две массы активных групп населения, готовящихся к гражданской войне. На стороне одной массы стоит, ну, люди, условно говоря, поддерживающие эсеров и правее. На другой стороне те, кто поддерживает вот этот нелегитимный, а что там вообще легитимный, что, главное, конституционный. Совет не конституционный орган, за этим ни один конституционный орган в отсутствии конституции. В 1906 году никакой конституции не было. Это, так сказать, совсем другое явление. Ну вот, но, значит, если мы имеем эти две массы, если они не договариваются, а ситуация настолько ухудшается, что доводит людей до озверения, вы имеете гражданскую войну. Соответственно, не договорившись и уйдя с учредительного собрания, большевики просто этим сделали последний шаг к гражданской войне, может быть, предпоследний с учетом чем-то диктатуры. Ну, в общем, скорее всего, избежать ее после этого было бы уже нельзя. И это важнейший урок учредительного собрания и для левых, и для правых, для всех, от кого будет зависеть судьба России в обстановке углубляющегося социального и социально-политического кризиса, что, на мой взгляд, возможно, нам еще предстоит наблюдать и в этой стране. Я даже не буду спорить со столь оригинальной трактовкой. Железняк как руководитель, исполнитель регламента. Это сильный образ. А регламент при расстреле, демонстрации, защиты учительного собрания. Ворон устанавливает учредительное собрание. Я в этом смысле согласен с Львом Григорьевичем. Железняк кто такой? Вообще не сказал. Не устали, мы сказали, уходите, он ушел. Они продолжили работать. Все, спасибо. Читай стенограмму. Я читал стенограмму. Они после этой фразы исторической. Но... Просто без охраны, это уже... Нет, вот я даже не знаю, как это все комментировать. Это, конечно, анекдот, потому что вы взяли и вырезали все. Вы вырезали расстрелы в защиту учредительного собрания, которые начались еще в декабре. Вы вырезали... Тогда вот раз пошел Слушай, вот у нас эсеры, такие мягкие, пушистые, вот лапочки такие, романтики. Террор они, эсеры, террора не любят, да, вот, террор, эсеры, террора не любят. А что Камуч поделывал потом? Камуч не прибегал к репрессиям, к расстрелам? Говорю с Божью, я не за большевиков здесь, я за истину.
Если за истину, то Камуч это полгода спустя, после разгона учредительного собрания. А все, что они пытались предотвратить... Полгода спустя можно расстреливать, да, массово, да? Извини. Понимаешь, это совершенно разные вещи. Ну, сотнями. Сотнями. Пытаться террор, террор, с человеком вместе с сотнями. Александр, я хочу сказать тебе, что это разные вещи. СССР... Расстрелы тоже. Александр. Вот Литвина. Смотри, он там прям все. Он, кстати, против большевиков страшно. Вот он там все собрал. Значит, есть две разные вещи. Эсеровский террор – это оппозиционный терроризм, да? И когда человек с бомбой взрывает карету и сам гибнет, это одна песня. А красный террор большевистский – это когда с помощью ВЧК, армии и карательных отрядов, то есть стреляют крестьян, это хорошо. Стреляют и крестьян, и всех остальных. Это совершенно, это совершенно другая история. Слушай, давай не будем заниматься смешиванием терминов. А Бен Ладен это не политический террор. Это не политический терроризм. Это религиозный сепаратистский терроризм. Это этнический терроризм. Ну, то есть мы во имя других целей. Это совершенно другая история. Во имя других целей мы не допускаем. Все, давай поговорим в дискуссию. Значит, я на самом деле прекрасно понимаю, почему демократические левые сейчас так активно, так сказать, ностальгируют по учредительному собранию. Собственно, в общем, можно вспомнить, что это был первый в истории случай, когда левые победили на парламентских выборах. До этого такого не было ни в одной стране мира. И не зря одна из статей, посвященных учредительному собранию, была озаглавлена «Десятки миллионов социалистических избирателей». Все это так. Понимаю я и, так сказать, сравнение с Государственной Думой, не в пользу Государственной Думы, все это ясно и понятно. Но все-таки, если нас интересует история прежде всего, а меня интересует именно она, поскольку политикой я, извините, не занимаюсь, то давайте мы и обратимся к этому историческому контексту. Что за исторический контекст мы имеем применить к учредительному собранию? Значит, это, как все хорошо знают, да, Великая Русская революция 1917-21 года. Собственно, Кропоткин в свое время не зря писал о том, что, наверное, все великие революции имеют некие общие закономерности, что ли. И он проследил достаточно хорошо эти закономерности на примере Великой Французской революции. Мне уже довелось на одном из предыдущих семинаров об этом говорить. Собственно, эти же закономерности более или менее применимы к революции русской. Что это за основные закономерности? Первое. Ситуация, при которой массы, прежде всего трудящиеся массы, левее практически всех политических партий и вождей, которые в этой революции, так сказать, так или иначе пытаются принимать участие. Второе. Ситуация, при которой по мере радикализации революции партии одна за другой приходят к власти, и приходя к власти начинают эту революцию тормозить, поскольку считают, что с их приходом к власти все нормально сделано, дальше можно не развиваться. И третье. С этого момента они, каждая партия, приходящая к власти, становится контрреволюционной, и пытаются тормозить дальнейшую низовую инициативу. Собственно, именно так и произошло с большевиками в тот момент, когда было создано учредительное собрание. А теперь давайте посмотрим. Да, ну, значит, понятно, что как бы, власть к этому моменту принадлежала Совнаркому, все это прекрасно знают. Совнарком принял программу экономической деятельности, которая, в общем-то, действительно не очень сильно отличалась от тех программных положений, которые выдвигали их социалистические противники, то есть те же меньшевики или те же эсеры. Скажем, если мы возьмем даже не только программу, так сказать, официальных эсеров, но даже программу левых эсеров, уже даже принятую в апреле, то есть тогда, когда уже революция шла, так сказать, уже даже начала идти, в общем-то, в какой-то момент на спад, даже в этот момент мы обнаружим все то же самое. Речь не идет о социализации промышленности, речь идет в лучшем случае о трестировании, речь идет в лучшем случае о контроле государства над финансами, речь идет, так сказать, о национализации некоторых основополагающих элементов, но отнюдь не о ликвидации, так сказать, отнюдь не о, не о социалистической экспроприации, так сказать, в радикальном смысле слова, и, естественно, рабочий контроль, который принимался как, прежде всего, контроль государственный, потому что только анархосиндикалисты и анархисты в этот период понимали рабочий контроль именно как рабочий контроль самоуправления и контроль со стороны государства. Теперь смотрите, собирается учредительное собрание.
Значит, Александр здесь совершенно справедливо говорил о том, что с точки зрения программ вроде бы компромисс был возможен. Вроде бы да. Другое дело, что когда Совет народных комиссаров разгонял учредительное собрание, он делал это не потому, что он хотел дальнейшего развития революции. Он это делал исключительно потому, что между большевиками и умеренно социалистическими партиями шла борьба за власть. Это был чистый вопрос власти. Кому будет принадлежать власть? Большевики, которые в этот момент обладали всей ее полнотой, не желали делиться властью с учредительным собранием, как им пришлось бы это сделать, если бы был достигнут компромисс и сформировано коалиционное правительство. Все вроде бы так. Но давайте мы поставим вопрос иначе. Допустим, компромисс был бы достигнут. Было ли бы это действительно в интересах дальнейшего развития революции? Я рискую утверждать, что нет, не было. И не потому, что мне нравятся большевики. Повторяю, с моей точки зрения, они в этот момент уже революцию тормозили. Все те дальнейшие шаги, которые так или иначе, стиснув зубы, большевистское правительство признавало, те шаги снизу, да, требования рабочего контроля, захват предприятий, так сказать, с их объявлением национализированными. Наконец, так сказать, вот тот самый низовой, та самая низовая общинная революция в деревне с ее стихийным переделом, который большевики, так сказать, вынуждены были с этим смириться, да, для того, чтобы, так сказать, привлечь к себе как-то крестьянство, ну, с помощью известного декрета о земле. Все эти вещи, в принципе, большевики так или иначе вынуждены были терпеть, пока они чувствовали еще свою слабость. Только весной, опираясь на Брестский мир, они фактически совершили государственный переворот и покончили с двоевластием, так сказать, народных организаций и своего собственного Совета народных комиссаров, а потом и централизовали власть. Я напомню, ведь при этом шел еще один процесс, процесс реальной федерализации. Не вот той карикатурной, которая была в Советском Союзе, да? И не той карикатурной, которую мы имеем сейчас. Это было реальное превращение страны в конфедерацию автономных территорий, практически автономных кантонов. Каждый уезд, каждая губерния, не говоря уже о губернии, фактически становится автономной полугосударственной единицей. Большевики вынуждены были до поры с этим считаться, пока, опираясь, опять-таки, повторяю, на Брестский мир и прочее, они не стали, так сказать, клетку собирать государство. Так вот, что я хочу сказать. Значит, смотрите, предположим, компромисс достигнут. Что дальше? На каких условиях? На условиях создания крепкой центральной власти, которая, естественно, обладала бы в тот момент куда большими полномочиями, куда большими, так сказать, возможностями, чем все еще слабый Совет народных комиссаров. Иными словами, мы бы имели повторение ситуации осени 17 года, когда крестьяне продолжают свою общинную революцию, а из города посылаются отряды для того, чтобы это давить. Что дает мне право это предполагать? Одна простая истина. Обратите внимание на дискуссии по аграрному вопросу в учредительном собрании. Вроде бы да, все за социализацию земли. Левые эсеры за социализацию земли, большевики, которые в данной ситуации подвякивают левого эсера по своим причинам, естественно. И, так сказать, эсеры официальные, которые значит, тоже вроде бы за социализацию земли, так сказать, благодаря которым принимается, в конце концов, закон учредительного собрания. Но обратите внимание на речь Чернова. Вспомните, что он говорит, и сравните это дальше с аграрной политикой Камуча, и сравните это дальше с тем, что писал Чернов в «Конструктивном социализме» в некоторых других статьях. Это несколько иное понимание социализации. Это популизм, это уравниловка, это введение недопустимого равенства, которое разрушит экономику и сельское хозяйство страны. Обратите внимание на это. Иными словами, вроде как за социализацию, но, извините, не совсем за, с известными ограничениями и пределами. Что за ограничения, Чернов потом пояснил, чуточку позже. Когда он писал о том, что да, излишки сохранятся, или излишки снова возникнут, их надо будет просто обложить большим налогом. Более слабая власть, в данном случае большевиков, при всей, так сказать, и при всех ее последствиях, дала революции еще 3 месяца жизни. Другое дело, что если бы массы тогда знали, чем кончится большевистская власть, и что к лету большевики совершат свой собственный контрреволюционный переворот, тогда, наверное, массы реагировали бы на происходящее иначе. Возможно, матрос Железняк в этой ситуации сказал бы свои слова не только учредительному собранию, но и Совету народных комиссаров. Спасибо. Здесь говорили историки, вот, специалисты по тому времени.
вот судя по этому десятитомнику, я был и участником, и вот той нынешней истории, последней, недавней, и, значит, хотел бы ее сейчас исследовать. И хотел бы немножечко об этом поговорить, с параллелью к учредительному собранию, конечно же, потому что тема исключительно важная, и очень важно, чтобы вот на таких семинарах, на таких собраниях мы делали какие-то выводы. Почему в Конституции появилась тема конституционного собрания? Я считаю, что это очень важно. В нашем проекте до самого конца, до сентября, до 21 сентября 1993 года в проекте Конституционной комиссии, в легитимном и законном проекте, на базе которого, в общем, во многом был подготовленный действующий документ Конституции, не было конституционного собрания. Мы не предполагали, что приняв законную конституцию, мы тут же даем возможность созвать конституционное собрание для ее отмены и пересмотра. Это обещание, заложенное группой Шахраева, Собчака и Алексеева. И это очень важно, что такое обещание было, потому что изначально автор конкурирующего проекта, президентского проекта Конституции, появившегося в результате референдума «Да-да-нет-да», и здесь я обязательно в свою сторону небольшой пеночек дам позже насчет прямого народовластия, родился проект Конституции, и вот Шахрай говорил о том, что это временно, мы вот такие полномочия даем временно, мы сейчас примем необходимые меры, и потом, через некоторое время, мы Конституцию пересмотрим. Он не говорил, но предполагалось, вот эта идея Конституционного собрания, она в итоге появилась в проекте Конституции, то есть предполагался механизм. Мне кажется, это очень важно. Это очень важно для анализа действующей Конституции, иметь в виду, что изначально в ней предлагался вот этот инструмент легитимации. И теперь уже дальше мы должны делать выводы, анализировать, является ли это очередной обманкой, очередной такой картинкой без содержания. Вот. Либо это действительно механизм, который нам всем обещан и которым мы имеем право воспользоваться. Это первый тезис. Второй тезис – хотим ли мы им воспользоваться, нужно ли им воспользоваться. И это очень серьезная тема, и не случайно анализ учительного собрания, мне кажется, нам должен помогать отвечать на этот вопрос. У учительного собрания, у конституционного собрания сегодня могло быть четыре функции, вот их можно кратенько рассмотреть. Первое – восстановление легитимности. Да? И вот здесь вот я апеллирую к тезису Шанина, моего давнего товарища, Теодора Шанина, который действительно фактически что сказал? О том, что надо соответствовать, вот в этих прекраснодушных концепциях, надо соответствовать обычному праву, тому обычному понятийному, я бы сказал, праву, которое укрепилось в головах большинства публики. И вот здесь мы, я думаю, встретимся с очень серьезной проблемой, насколько тема конституционного собрания будет, вообще говоря, поддержана именно большинством публики. Потому что кто-то сказал, что Государственная Дума вошла в противоречие с 90% там больше процентами граждан, я выражу в этом серьезное сомнение. Да, может быть, она вошла с большинством здесь присутствующих в зале, но это не совсем так, если глядеть в более широкий разрез того, что происходит в реальном обществе. Итак, легитимация. Она должна опираться на согласие. Но посмотрите, кто выдвигает идеи конституционного собрания. О конституционном собрании сегодня говорят Явлинский, о конституционном собрании говорит Прохоров, о конституционном собрании говорит Зюганов, о конституционном собрании говорит Миронов, о конституционном собрании пишет Бабурин с группой товарищей, руководителей ассоциации депутатов, это еще вот того истории 93-го года. А говорят ли о конституционном собрании держатели нынешнего консенсуса, то есть, условно говоря, олигархата и семьи с одной стороны, и с другой стороны силового лобби. Говорят ли они, носители и держатели нового консенсуса? Это те самые 10%, да? Это не 10%. Но ты перечислил это один. Да. Здесь возникает вопрос о согласии. Конечно, согласие можно и нужно искать, на мой взгляд. Сама идея проекта федерального конституционного закона, наверное, все-таки не случайно до сих пор не принимается. Следующая тема, задача конституционного собрания, была социализация земли в учредительном собрании. И мне кажется, сегодня столь же актуальным является тема социализации недр.
А вот тот консенсус, держатель консенсуса, что сегодня делает? Роснефть собирается за, то есть госкорпорация, да, с одной стороны, собирается за 28 миллиардов долларов собирается купить ТНК-БП, сказать, у другой части держателя этого консенсуса. Мы при этом с вами все отдыхаем, молчим, в прессе ни одного слова, поднять тему эту нельзя. Таким образом, возникает вопрос соответствующей легитимации итогов приватизации 1996 года и так далее, и так далее. Ни парламентских комиссий не собирается никто по расследованию этого дела. Никакого обсуждения не ведется. Мне кажется, уж если бы не стоило собирать учить конституционное собрание, надо повторить опыт социализации земли. Землей в данном случае в нашем является сегодня недра. Социализация недр, мне кажется, это та левая идея, которая во многом могла бы сегодня сплотить различные политические силы. И, наконец-то, последняя функция конституционного собрания – принятие Конституции. Но мне кажется, что слишком много было жертв было положено на алтарь действующего документа, и речь надо вести, конечно, о новой редакции Конституции. А новую редакцию Конституции строго по тексту, грубо говоря, можно принять и без конституционного собрания, просто поправками, ну не поправками имени 12-летия президентства, да, а нормальным блоком поправок. И вот здесь возникает вопрос, что надо действительно поставить задачи, это конституционное собрание, для принятия этой конституции или для достижения договоренностей по вот это самое восстановление легитимности пространства, социализации недр, восстановление механизмов народовластия через новую редакцию конституции. И самое главное, поставить вопрос, мы вправе и обязаны о рисках, которые сопровождают конституционное собрание. Появление учредительного собрания привело к двоевластию. Мы же не хотим сирийского варианта, при всей нашей любви к прекраснодушным концепциям. Мы не хотим ливийского варианта. У меня в ситуации, когда сегодня есть колоссальное различие в подходах между, скажем так, одной частью общества и держателями нового консенсуса, о котором я сказал, у меня возникает ощущение, что риск использовать в интересах, определенных интересах, конкретных крупных интересах капитала, риск использовать во имя вот этой двоевластия потенциальной между органами государственной власти, представительным и, например, и законодательным органом с одной стороны, и представительным органом, имеющим учредительные полномочия конституционного собрания, риск использовать это во имя раздувания пожара двоевластия будет колоссальным. Переходим к вопросам. Значит, просьба, микрофон из рук Натальи не отбирать, а стараться формулировать четко и ясно вопросы. А это именно вопросы должны быть, не реплики, потому что для реплик будет дана отдельная возможность. Дмитрий Рублев, кандидат исторических наук, так же как и Вадим, имею отношение к анархо-синдикалистскому движению. У меня вопрос к Теодору Шанину. Вы говорите, что, скажем так, все дискуссии, вопросы о будущем страны были в основном во имя неких утопических проектов, как я понял. И затрагивались реальные институты самоорганизации общества, такие как кооперация. В таком случае позвольте задать вопрос. Как быть с тем, что, например, большевики и лидеры других социалистических сил использовали в своих построениях, так сказать, будущего такой институт, как Совет, который тоже, в общем, реально существовал. И дважды в истории России был опробирован, в 2005 году и в 2017. И второй момент. Другой институт, фабрично-заводские комитеты, который тоже, в общем, был реальной силой. Те же анархо-синдикалисты довольно серьезное внимание в своих разработках этому проекту уделяли. Ну и, наконец, такой институт, как профсоюзы, ведь тоже в массовом порядке в 2017 году они появляются, расширяются и так далее. Спасибо. У меня нет сомнения в том, что было довольно много влияния действительности на то, что люди думали или говорили. По-другому быть и могло. Но меня удивляло всегда и удивляет и теперь, насколько мало это употребляется. Насколько будущее видится не как развитие настоящего, а больше как или останется все то же самое. Или создастся абстракция, которая совершенно не существует в данный момент. А посередине ничего. Это, быть может,
мои британские колонии, которые здесь выступают. Потому что в Англии меняли очень много. В течение последних 10-20 лет огромные изменения произошли. Но эти изменения всегда строились на существующем, его дальнейшем развитии, а не на каком-то усилии придумать что-то. Ну вот, если хотите объяснение того, как я... Владимир Попов, Высшая школа экономики, приветствую, значит, вопрос для нарушения. Петр, как вы относитесь к идее, которая вот высказывалась после расхода учредительного собрания, он высказывался там среди эсеров, что неуспех учредительного собрания был обусловлен тем, что русские христиане не поддержали этот институт? Я думаю, что это не было тогда серьезным аргументом, и не мог, и теперь с исторической глубиной уже, если хотите, это особенно сильно чувствуется. Это не вещь, которая... которое можно отнести серьезно. Это плохое, если хотите, плохое настроение по случаю того, что реали есть реали. Дмитрий Павлов, Мирожан. Лев Львович, откуда всем известная крайне нервная реакция Ленина на итоги работы учредительного собрания, его разбор? Ну, всем известно, что если случился единственный нервный перепадок, да, описывает Бухарин. И зачем это объясняет? Ну, неважно, кто это пишет, но, в общем, это описано, это известно. Объяснение ваше, ваше объяснение. Речь идет о эпизоде, который я рассказывал Камиль Кранк со ссылкой на Бухарина. Тот, кто вновь после разгона учредительного собрания, он с бутылкой хорошего вина пошел к Ленину, рассказывал ему о том, как все это происходило. И Ленин несколько раз даже спрашивал, попросил повторить, и потом истерически, вот этого слова там нет, Бухарин, но смеялся так, что пишет Бухарин, первый раз мы пугали, что может быть пути. Я думаю, что это нервическая реакция, как, впрочем, и вот эта презрительная учредилка, и то, что большевики старательно вымарывали из своих биографий членского ученика собрания, как говорится, в доме поверхного, не говорят о веревке, это какая-то психопатическая реакция. На, они сознавали, сколь ответственный шаг исторического смысла, ревизионный распустив и заграждан. Думаю, что поведение Ленина и это, и последующие потом через сутки Шенгарёва и Кокошкина, тоже для Ленина было полной неожиданностью, и тут он ничего не смог сделать. Его возмутило, вероятно, прежде всего то, что это было бесконтрольно. Христианство, во-первых, не было широко затронуто вот этой идеей учредительного собрания. Идея все-таки была поверхностной, интеллигентской. А крестьянство практически все получило уже к этому моменту от учредительного собрания. Я имею в виду земли. И оно шло голосовать, потому что знали, говорили, что вот если не придешь голосовать, то не получишь жизнь. Но так пришли, были все сделали. А дальше уже и попробуйте, как может крестьянство, распыленное, восстание наших тысяч избирательных участков, как оно может отреагировать. Опять-таки, относительно возможности проведения зачисток Бенвалена в лице Совета. Выборы в учредительное собрание покажут, что Бенвален имел как минимум поддержку 80% избирателей. На ваш взгляд, при таком соотношении сил технически это было возможно? Я думаю, что Бенвалена не меньше поддержка, чем у того лица, о котором вы говорите. Кроме того, я исхожу из того, что писали впоследствии люди в эмиграции, что это было технически возможно. Но если говорить по существу, то я думаю, что точечная антитеррористическая операция гораздо лучше, чем массовый террор и геноцид, истребивший 20 миллионов людей. Сергей Митрофанов, публицист. У меня вопрос такой, который отчасти поднял Павел Кудюкин в своей, так сказать, концепции альтернативной истории. Вот вопрос такой. А все-таки можно ли с помощью какого-то органа учредить новое государство в России? Или нет? И если нельзя, это самое, если это технически неправильный случай, то как же возникнет новое государство? Новая конституция – это лишь инструмент.
Новое государство рождается из более сложных и более массовых процессов. Собственно, если мы посмотрим все действительно конституанты, начиная от войны независимой США и кончая Восточной и Центральной Европой конца 90-х, начала 90-х годов, и я бы еще обязательно упомянул Португальскую революцию 74-75 годов, там тоже было учредительное собрание. Действительно, государство теряет легитимность как бы в результате более-менее глубокого кризиса, и государство приходится переучреждать. Да, перезагрузка, если угодно. Да, как бы это делается в результате и массового движения снизу, и верхушечных политических соглашений. Как бы, и в конце концов находит выражение в новой конституции, которую большинство общества признает. Кстати говоря, вот как раз российская конституция 1993 года я привожу тоже довольно часто на лекциях, как пример того, что легитимность и легальность не одно и то же. Юридически эта конституция вообще-то ничтожна. Она принята не была. По действующим, по действующим на момент голосования за нее законом. Тем не менее, значительная часть общества ее приняла. И когда, скажем, такие ярые оппозиционеры, как Виктор Анпилов, как бы несколько лет назад начал требовать выполнять конституцию, я понял, что да, вот тут вот состоялась некоторая ее легитимация. Да, это инструмент, выражающий гораздо более сложные процессы. Александр Балабанов, Академия народного хозяйства и государственной службы. Я задал в виде вопроса, хотя, конечно, я уже втягиваюсь в дискуссию, которая вот сейчас на вопросе и ответе произошла. Вопрос будет такой. К Павлу Михайловичу в первую очередь, но вообще на самом деле более широкого круга, кто-то может еще ответить. Вот так как вы сейчас отвечали, Павел Михайлович, вы как-то сразу сделали шаг от учредительного собрания, вопрос же был про учредительное собрание, к Конституции. И вопрос мой вот в эту точку. Ведь учредительное собрание, оно не конституционное собрание, оно вот о консенсусе говорили, о том, что это парламент, там, протопарламент. Оно учреждает действительно государство, в котором Конституция, как вы сказали, играет свою роль. Возможно ли к историкам, или к исторической части нашего обсуждения вопрос к тому, как это было в 17-18 году, к тем, кто больше про сегодняшнее думает, про сегодняшнее, возможно ли мыслить формирование, установление российского государства тогда же, сейчас, без Конституции? Потому что та же Британия, о которой говорил Теодор, она как-то находится. Тут придется, наверное, уйти с почвы, так сказать, только юридической науки, перейти в национальную экономику. Вот в ней есть понятие доконституционных норм. То есть действительно некой основы негласных, прежде всего, соглашений в обществе, как бы неких принятых большинством общества норм, процедур, форм взаимоотношений, как бы, и формальная конституция, она крепка тогда, когда вот она оформляет эти неформальные реальные отношения. То есть тут действительно можно написать и принять так замечательную конституцию, которая не будет работать. А можно, не имея писанной конституции, действительно, как мы имеем ситуацию в Соединенном Королевстве, мы имеем там суды, которые... Нет, но там это вообще как бы понятно, что система common law, она, в общем, это особая семья права, которая вообще очень много за собой последствий тянет, в том и политических, и экономических. Как бы мы-то живем все-таки в несколько иной традиции. При всех особенностях России мы, по крайней мере, формально принадлежим к континентальной правовой семье, которая основана на писанном праве, в первую очередь. Так что здесь... Я боюсь, что нам сейчас... Хотя, опять-таки, вот у того же Чернова есть очень интересное размышление о роли, и некоторых других, кстати, представителей народных, о роли обычного права русского, как бы, и о возможности на нем строить как бы новые отношения. Так что, ну, просто это, опять-таки, было возможно в начале 20 века, с тех пор это обычное право просто начисто вышло. Учредительные собрания в истории иногда становились парламентами. Это долгий парламент в Англии,
его конец, он был, как известно, разорван Кромвелем. Второй пример – это французский революционный конвент, он закончил гильотиной. И третий пример – это Кнессет в Израиле, который был создан для того, чтобы создать новое государство и принять конституцию, но вместо этого провозгласил себя парламентом, и, как известно, Израиль до сих пор не имеет конституции. Так что примеры все превращения учредительного собрания в парламент крайне негативны. На самом деле либеральная трактовка юридического учредительного собрания, которое предлагал в частности Кокошкин, состояла в том, что это действительно всесильное учреждение, оно ничем не ограничено, но оно должно ограничить само себя. Это значит, оно должно ограничить свою компетенцию, время своего действия и определить круг задач, которые оно решает. Это принятие Конституции и создание выборов в новый парламент, который создает новое правительство переходного периода. Вот таким образом решается этот вопрос. Это первый мой комментарий. Второй комментарий состоит в том, что Советы, конечно, не являются парламентом также. Более того, они не являются и органами власти. Хотя здесь говорилось о том, что они органы власти, но я не знаю ни одного примера, где бы Советы выполняли функции парламента. Фактически, вот вы говорили об Оттобауэре, об Австрии, можно сказать и о наших меньшевиках и эсерах, они понимали Советы отнюдь не как органы власти, они их понимали как контролирующий институт при временном правительстве. Своего рода профсоюз, который обсуждает разные вопросы, занимается распределением и перераспределением материальных благ. В общем, это какие-то клубы, но это не органы власти. Идею о том, что Советы являются органами власти, причем наивысшей формой демократии, предложил никто иной, как Ленин. Это, по существу, была ревизия марксизма. И с этой точки зрения можно сказать о том, что единственным аналогом Советов как органов власти являются прежде всего хунты. Это сразу вспоминается Мао Цзэдун или движение Вилли и Сапаты в Мексике, или, может быть, какие-нибудь экзотические красные кхмеры. Но в нормальных странах с демократическим процессом Советы просто по определению не могут быть органами власти. Третий момент состоит в том, были ли примеры такого рода конституант, которые как-то связаны вот с этой идеей советской демократии. Мне представляется, что в истории СССР такой пример был. Это съезд народных депутатов, который созвал Горбачев. Съезд народных депутатов по существу мог стать прообразом учредительного собрания. Причем любопытно, что съезд народных депутатов не был конституционным учреждением. Он не вытекал из Конституции 1977 года, там такой институт не был зафиксирован. По существу это фантазия Горбачева, который хотел таким образом ослабить КПСС, создать некоторую альтернативную конституирующую власть, принять новые законы и, как он выражался, передать власть от партии к Советам, что, конечно, было абсурдно, ибо это была передача власти от Понтия к Пилату, как вы понимаете, ибо партии и Советы в это время были одно и то же. Четвертый вопрос, связанный с этим. Здесь прозвучал тезис о том, что можно разработать и принять Конституцию якобы с помощью краудсорсинга, как это было сделано в Исландии. Это чрезвычайно наивная точка зрения, поскольку давно всем известно, что референдумы крайне опасная вещь. Если вы спросите, что думает большинство населения, например, об алкоголизме, или о смертной казни, или о еврейском вопросе, то результат референдума будет совсем не демократичный, как показывает опыт ряда референдумов в Швейцарии. Поэтому в большинстве стран такие вопросы просто не выносятся на референдум. Говорить о том, что можно разработать конституцию с помощью краудсорсинга, это, на мой взгляд, верх наивности, по существу некий революционный романтизм. Ну и заканчивая, я бы сказал, что действительно в истории ряда стран бывают неустойчивые ситуации, когда есть выбор, развиваться ли в направлении популизма и потерять
свободу личности или все-таки применить авторитарные методы и сохранить конституционный строй? Мне-то представляется, что вот в Португалии как раз выбор сделан в пользу конституционного строя. Известна эта история. Марио Суареш оказался в позиции Киренского. У него был выбор между коммунистами и либералами. И он сам говорит, что мне позвонил Генри Киссинджер и сказал, не делайте ошибок Керенского. И он не сделал этой ошибки. Вот вам пример того, как можно повернуть ситуацию в защиту конституционного строя. Я полагаю, что Ельцин сделал то же самое в 1993 году. Авторитарными методами была принята либеральная конституция, которая покончила с совершенно фальшивым антидемократическим советским строем. Терминологически. Ни одно учредительное собрание не может учредить государство. Потому что, как учит нас Дмитрий Анатольевич Медведев, государство у нас существует с 862 года, но это выдает в нем крайнего монархиста, у него династический склад ума. Но то, что государство возникло значительно раньше революции 17-го года, это очевидно. Возможно, изменение формы государства. От изменения формы государства возможен на самом деле широкий набор инструментов, учредительное собрание с не лучше, не хуже. Второе. Вот я не соглашусь, но я понимаю, что это вопрос опять терминологический, потому что учредительное собрание это не парламент. Парламент это способ избрания. То есть каким образом осуществляется избрание? Это представительный орган. То есть если у нас парламентский способ, такой же как парламент способ избрания и орган представительный, мы имеем парламент с другими задачами. Это, кстати, доказывает как раз долгий парламент, который, кстати, был создан вовсе не как учредительное собрание, а для принятия налогов. То есть совершенно парламентской функции. Спокойненько себе присвоил эти учредительные функции и, так сказать, как-то с ними справлялся. Ну, на самом деле, если сравнить с конвентом, может, не самым лучшим образом. Тут можно дискутировать. В чем я совершенно согласен, что советы – это не парламент. Потому что другой принцип совершенно комплектовательный. Мао Цзэдун, технологию сектора. Мао Цзэдун тут ни при чем, потому что у него были не хунты, у него были, как известно, ревкомы. Они сочетали назначение и избрание. То есть советы тут ни при чем. Это знаете, на что похоже? Вот на этот съезд народных депутатов. Там, помните, тоже было назначение и избрание. То есть вот с формальной точки зрения он же частично назначает этот съезд. А вот когда был сделан следующий шаг демократии, выяснилось, что передача власти не от Понтия к Пилату, потому что в 90-м году советы уже были чем-то совсем другим, чем КПСС. Может быть, в силу того, что часть деятелей КПСС просто переметнулась на другую сторону, это другой вопрос, но советы стали органами местного самоуправления, так сказать, приблизительно. Это было революционно, тут были размыты многие терминологические границы. Ну вот и последний раз уж упомянули Португалию, очень интересный пример, очень показательный, потому что произошло ровно то, вот, о чем мы здесь и говорили. Революционный процесс стал стремительно затухать в силу того, что острота кризиса была меньше, и помощь была оказана стране небольшой, где-то к осени 75-го года. Но ничего бы у Керенского не получилось, если бы леваки опять не устроили свой июль 17-го года. Потому что был свой июль 17-го года, в ноябре 75-го года попытка левацкого переворота, которая не встретила поддержки, был разгром, не нужно было зачищать Усаму Бен Ладена, ну, как всегда в июле как это бывает, вот, 17-го года. Значит, не нужно зачисток, что прекратилась революция, но если она у вас не прекратилась, либо белый террор, либо углубление революции. Сергей Мозговой, последний. У меня вопрос к Милюшевскому Андрею. Я не совсем понял. Что вкладывать в содержание понятия советов, почему вы возражаете против ленинского определения? Я так понял, что вы считаете, что некий орган не может наполняться неким дополнительным содержанием. Я хотел бы, чтобы вы, по сути дела, сказали, что почему совет не может быть органом власти, ваш аргумент. Давайте назовем его не парламент, а совет. Тогда может быть. Если же речь идет о конкретной исторической ситуации после февраля 17 года, то можно просто сказать, что советы были фальсифицированы, они никого не представляли, в отличие от учредительного собрания, которое действительно избиралось на основе всеобщего, прямого, равного голосования, равных выборов в тайном голосовании, на основе специального закона об этом. Что же касается второго и особенно третьего съезда советов, то
там были представлены совершенно случайные люди, которые, в общем, не выражали ничьей воли и по существу превратились в объект манипулирования со стороны Ленина. Как можно собрать любую группу людей на улице, назвать их съездом советов и принять сейчас любой антиконституционный закон? Именно поэтому я считаю, что нельзя говорить о двоевластии, это опять-таки ленинский термин. Троцкий, между прочим, говорил о двое без власти, это точнее. Нужно говорить о конфликте конституционной и антиконституционной власти. Не было Конституции в России. Конституции не было, но была идея возможности создания Конституции на легитимной основе. Закон о выборах в учредительное собрание и был этой основой. Никакого другого закона по выборам в Советы народных депутатов не было. Советы была фикция для обмана людей. Вы представляете, Зубаров? Вы сказали, что в 17 году крестьянство России было вне политики. Это очень странный тезис. Чем же у нас занимался Виктор Чернов? Я разве такое говорю? Там сказали, это был ваш тезис. И поэтому оно не поддержало учредительного собрания. Оно было вне политики. Нет, Дмитрий Александрович, я такое не говорил, я такое не думаю. Вы знаете, что у нас будет. Там такая фраза будет, что именно поэтому крестьянство не поддержало учредительное собрание, поэтому такая она была кратковременная. Да. Мне кажется, что дело тут не в этом, а в том, что из двух основных тезисов русского народничества, ставших потом основными тезисами ПСР, это идея черного передела и идея учредительного собрания, крестьянство именно поддержало только черный передел. И именно в этом направлении работал сам Чернов. Именно поэтому Ленин украл у него тезисы о наказ о земле, который стал основой декрета о земле. Именно поэтому крестьянство, получив все, что им было нужно, уже от этого декрета, так ко второй идее, чисто интеллигентской, оказалось совершенно равнодушной. А не потому, что оно было вне политики. Оно было очень политизировано, но только в одном направлении. Спасибо. Могу сказать, что я это как раз не считаю, что русское крестьянство было вне политики. Оно очень даже было в политике. А чем еще иным можно считать участие крестьянства в революции 1905-1917 годов? В 1917 году и то давление, которое оказывали те же крестьяне, в том числе и крестьяне, одетые в солдатские шинели, которых очень интересовал ряд вопросов, прежде всего вопрос о земле, вне всякого сомнения. И более того, эсеры придавали крестьянству очень важную роль в своих построениях. Они вообще говорили о триедином рабочем классе. Трудовое крестьянство, трудовая интеллигенция и пролетариат. И вот с этой точки зрения совсем другое дело, что крестьянство не поддержало как бы идею учредительного собрания. Понимаете? В крестьянстве были развиты идеи народоправства. Это да. Идеи и практики обычного права. Эсеры как раз многие вещи пытались выводить из того, чтобы понятно, из обычного права крестьянства, из обычного их образа жизни, это как раз очень перекликается с тем, что говорил Теодор Шарль. Они как раз и пытались выращивать, не создавать конструированные модели, которые им нравятся, а выращивать. И с этой точки зрения процесс, конечно, шел, в том числе в кооперации. Из крестьянства выросло бы очень многое, в том числе и в политике. Но этот процесс просто был скомкан, прерван, что там говорить вообще, дорастание класса, особенно такого, как крестьянство, до политики, до участия в политике, это процесс длительный, сложный, многоступенчатый. Нам Станислав Станских, Московский университет. Если я правильно вас услышал, Андрей Николаевич, в отношении съезда народных депутатов, то я хотел бы сделать одно уточнение. Все-таки съезд народных депутатов, его статус был закреплен в Конституции СССР 1977 года в декабре 1988 года. То есть это все-таки по Конституции, это конституционный орган. Спасибо. Спасибо. Теперь краткие выступления, буквально 2 минуты. Я выскажусь, хотя отчасти коснется и других.
Действительно, вот я часто задавал себе вопросы в своей докторской диссертационной работе, в том числе, можно ли было избежать раскола какового в партии социалистов-революционеров. Если бы раскол был, можно было преодолеть, тогда вот действительно посмели бы большевики разогнать учредительное собрание. И в частности сошлюсь на мнение небезызвестного левой эсеровского деятеля Проша Прошьяна, который уже потом постфактум говорил, что политика нашего ЦК была левее масс партии. И вот в качестве сразу аргумента, иллюстрирующего это, приведу сразу после разгона учредительного собрания, после роспуска учредительного собрания, резолюцию одной из низовых организаций, в данном случае Сестрорецкой районной организации, уже левой эсеровской, собственно, которые требовали, вот буквально цитирую, мы требуем свободного предоставления учредительному собранию продолжать свои работы, которые, опираясь на советы, как на мощное орудие трудовых масс, в полном единении с ними разрешить в духе трудящихся столь неотложные вопросы, как-то о мире земле, рабочем контроле и так далее. Вот, кстати, ответ как раз, ну, может быть, конечно, можно счесть это выборкой, но тем не менее, реальный ответ документа к вопросу о том, можно ли, собственно, искать была форма какого-то компромисса между самой формой учредительного собрания, как такового, и советом. Это первое. Второе, вот уже возвращаясь к расколу. Мне кажется, конечно, левые эсеры допустили грубую ошибку в том, что они поторопились учредить партию, они пошли вот на этот общий эсеровский съезд в декабре и не переломили ситуацию там. Потому что там до сих пор, вот именно, вот в том-то и дело, что как раз по резолюции Зинзинова на 4-м съезде декабрьском, предшествующем учредительному собранию, там организовали, исключались организации в организации, но не только те, кто себя провозгласил партией левых социалистов-функционеров, но и также организационный совет Петроградской группы эсеров-оборонцев. Вот две структуры исключались. Да? Но на самом деле, если бы левые эсеры пришли бы туда, и там еще масса оставалась левоцентристов во главе с Коганом Берштейном, там во главе с целыми организациями, действительно не самыми маленькими организациями, которые очень долго колебались. И раскол, дифференциация между там, в некоторых организациях произошла только к весне 18 года. Одесская организация не самая маленькая, да? Харьковская организация, наоборот, она была практически левая, огромная организация. Вот, и практически, и поэтому она сразу интегрировалась. Там, наоборот, маленькая группа только право отколовалась. Но вот интересный феномен здесь томской организации, вот тысячные организации, которые изначально их представители как раз были во всех структурах левого крыла, когда оно еще было внутри общей партии. А вот далее, вот томская организация как раз, и даже они мандат давали на партийный съезд не кому-нибудь, а самому, но там на Донсон, именно Довичи. Но вот далее они как раз отказались уходить из единой партии, критикуя как раз именно по вопросу об учредительном собрании, здесь тоже выступая за, собственно говоря, и создали союз защиты учредительного собрания там у себя в Томской губернии и требовали создания, при этом требовали создания однородно-социалистического правительства и незыблемости института учредительного собрания. Это опять же буквально из документа. И вот теперь я познакомлю вас с некоторыми цитатами. Я перехожу к Лучкам, а я отвечаю на него. Компромисс левых сил, я думаю, был теоретически действительно возможен. Ну, более того, даже Кропоткин мог бы выступить посредником там, по отношению к анархистской, так сказать, массе. Да? Были правые большевики, естественно, Нагин, Рыков и так далее, которые тоже могли, безусловно, договариваться. И, я думаю, вполне бы они могли договориться с Черновым и с левыми эсерами, с левым крылом. То есть, теоретически такая возможность была, но психологически, конечно, правые эсеры, те ортодоксальные эсеры, я не люблю название правые эсеры, а ортодоксальные эсеры. Я предлагаю сегодня тоже вопрос о терминах звучал, как это называется. Вот официальные, я их ортодоксальные все-таки предпочитаю называть. Они психологически не могли исключить Брешко, Брешковскую, символ, да? Они не посмели исключить Керенского, чего требовали на самом деле многие делегаты декабрьского съезда и так далее. Психологически они оказались заложниками этой ситуации. Вот, увы, этого не произошло. Коллеги, ну, вопрос о фракциях и течениях в партии эсеров мы трогать не будем.
Хотя скажу, что это все очень сложно и все непросто. С разных точек зрения. Скажу, что у нас будет возможность обсудить это в сентябре, на которой мы планируем провести международную конференцию, посвященную месту партии эсеров в истории России. Так она и будет называться словами Шаламова, трагическая партия, трагическое слово. Да, Толганов Андрей Иванович, доктор экономических наук, экономический факультет МГУ. Я полагаю, что получить государственно-правовое оформление, некоторый баланс социально-политических сил может в том случае, когда этот баланс устойчив, хотя бы время. Когда, наоборот, речь идет о переделе сложившегося баланса, надеяться на успех представительного органа, подобного учредительному собранию, бессмысленно. В России, к сожалению, осенью и зимой 2017 года уже не шла речь об устойчивом балансе, а речь шла о переделе власти. И большинство учредительного собрания рассматривало этот орган реально как инструмент борьбы за власть. То есть как инструмент отстранения большевиков от власти. Надеяться в этой ситуации на какую-то иную реакцию большевиков, чем та, которая была в реале, совершенно нелепо. Второе, что я хотел бы сказать. Здесь очень часто учредительное собрание рассматривается как некая эманация народной воли, как отражение волеизъявления избирателей. На самом деле это, разумеется, не так. Любая представительная форма парламентского типа, я не буду называть учредительное собрание парламента, но это все-таки форма, близкая к парламентскому типу. Любая такая форма – это есть отражение способности политических партий заполучить на свою сторону голоса избирателей. Вот большевики контролировали более-менее избирательный процесс в городах, ввели городских избирателей за собой, большинство они получили свои городские проценты. Эсеры контролировали избирательный процесс в деревне, и они там не позволили голосовать за большевиков, соответственно, собрали свои 40%. Вот так сложилась, так сказать, конструкция политических сил в учредительном собрании. Естественно, что такая конструкция не могла быть устойчивой по той простой причине, что у большевиков помимо контроля над избирательным процессом в городах была в руках исполнительная власть, которой они поступаться не желали. Что еще можно сказать? Вот относительно современной ситуации. Сейчас существует устойчивый баланс социально-политических сил, но этот баланс не предполагает какого-то иного конституционно-правового оформления, кроме того, которое уже существует. Существующее конституционно-правовое оформление этого баланса политических сил, оно, конечно, создавалось не референдумами, не референдумом «да-да, нет, да», не референдумом декабрьского конституции, оно обеспечилось громом танковых пушек в октябре 1993 года. Это вот есть ее конституционное основание, наиболее прочное, которое существует до сих пор и обеспечивает легитимацию этой власти. Вот здесь Лев Илья Пономарев сказал о том, что вот если была бы политическая партия, которая могла бы предложить альтернативную программу, привлекательную и без крови осуществить эту альтернативную программу, за ней бы тут же проголосовали. Вся проблема заключается в том, что отказ от существующей политики без крови невозможен. В этом вся проблема. Поэтому конституционно-правовым путем сейчас эта проблема решена быть не может. Не так давно у нас в организации был довольно большой спор на предмет того, стоило ли делать Октябрьскую революцию или, согласно канонам классического марксизма, ее в мелкокрестьянской, мелкобуржуазной стране делать якобы не представлялось необходимым. Мой оппонент говорил, что вопросы о хлебе, мире, земле, которое временное правительство ничего не решало, и даже не приблизилось по сущности к этому решению, решило бы учредительное собрание. Я на это возразил, что Октябрьскую революцию делать, безусловно, было необходимо. Но другой вопрос, что как только началась большевистская контрреволюция, не дожидаясь сталинской, нужно было по этой контрреволюции ударить силами всех максимально левых направлений политического спектра от крайне левых меньшевиков, которые на какой-то момент были левее большевизма, и до анархистов включительно. А что касается учредительного собрания,
они отвергли все-таки декларацию прав трудящегося эксплуатированного народа. Разгонять не нужно было, пускай бы функционировало. Однако принимать после этого его всерьез во внимание не стоило. Ну, хорошо, если оно утвердило бы, конечно, 8-часовой рабочий день, там законы о мире, о земле. Это, на это были шансы летом 17-го года, если бы оно собралось раньше. Поскольку оно собралось, когда поезд ушел, грубо говоря, слишком поздно, 18-й год, шансов почти не оставалось. Я выступлю на права исследователя как раз анархистского движения вот этого периода. У меня есть научная работа, где я анализирую, как раз менялась позиция анархистов по отношению к временному правительству, советам и учредительному собранию. Так вот, я могу констатировать, что никакой Петр Алексеевич Кропоткин никаких анархистов бы не убедил поддержать учредительное собрание. Потому что Кропоткин для анархистской публицистики в то время это оппортунист. Я сказал посредником. Да, даже посредником он не был в жизни, извините. Это фантазия уровня фэнтези даже, не научной фантастики. Петр Алексеевич никогда бы в жизни никаких федераций анархистских групп, которые были куда радикальнее, которые ориентировались в это время, извините, на, так сказать, переход ко второй стадии революции вместе с советской демократией, социалистами, и оттуда видели мост, так сказать, к третьей революции, к реализации анархистского самоуправления в обществе. Для них эта позиция была совершенно неприемлема. Во всех своих работах они как раз приурочивали к началу учредительного собрания подготовку фактически к новой стадии революции. Они думали, что можно переход к вооруженному восстанию, новому уже. Даже вот сборник, второй том сборника «Анархисты», изданный в Роспене, посмотрите, там четко прописано по всем резервистам. Спасибо. Я вижу две очень значимые линии, которые здесь вот некоторые нервы собирают. Одна связана с тем, чему посвящен семинар, да, левое движение, левое мысли, все такое прочее. А вторая связана с государственным строительством, потому что мы все время говорим об учреждении, да, о конституции и вот этот аспект. И мне кажется, что то, что мы сегодня обсуждали, вот вся эта история и тогда учредительного собрания, то, как мы сегодня обсуждаем, может быть, да, вот на уровне гипотезы, позволяет так это увидеть, что 17-й год и вот это время, да, это время такого большого, может быть, максимальной концентрации возможностей левой мысли и левого движения. В смысле вот учреждения некоторого мирового порядка. Собственно, 17-й год на это претендовал, так и лежит как бы, в нашем представлении об истории. И то, что произошло с учредительным собранием, и то, что произошло потом на протяжении 20 века, может быть, ну нет, вот здесь жестче скажу, ставит серьезные вопросы по поводу того, как реализовалась вот эта, ну не знаю, высокий слог получается, историческая миссия левой позиции, левого мироотношения. Потому что, по сути дела, и в ситуации с учредительным собранием, и ситуации, разворачивающейся потом, левая вот эта идея, да, что народ, что мы соберемся, такие выборы, что выразители и так далее, она уступила, она проиграла более жесткой, вот этой, условно говоря, бенладовской, это силовой структуре, которая всегда и конституировала государство раньше, да, как мы будем говорить о монархиях или как бы, диктаторских режимах других. И в общем это продолжается сегодня, только технологии другие. У нас сегодня не монархии, даже как бы не диктатуры, а больше там политтехнологии такие вот какие-то вещи, ну, много что все включающие, но некая сила, она оказывается определяющей, как традиционно всегда и было, она оказывается определяющей государственный строй, государственные отношения. И вот то, что коллега Соколов-Пахов говорил, да, вот очень похоже, очень правдоподобно выглядит. И в этом смысле здесь два вопроса, вот я начал с этих двух вопросов так, и на них бы и концентрировал. Один из них — это вопрос о том, как мы можем, должны мыслить сегодняшнюю государственность и возможности ее там, восстановления, развития и так далее. И второй вопрос о том, где мы сегодня можем видеть в этом место роли и возможности левой идеи. Спасибо. Первое. Ошибки временного правительства.
Я согласен с Кудрюкиным, который сказал, что нам было вовремя здесь. Но дело все в том, что временное правительство не способно было действовать потому, что учредительного собрания никто не хотел. Никому оно не было нужно, по крайней мере, тогда, когда эта идея возникла, когда все руки искали эту идею. Могу я доказать, но время будет. Второе. Учредительное собрание в России как механизм легитимации. Я думаю, что учредительное собрание может выполнять функции механизма легитимации только если до этого принципиальные решения о трансформации уже приняты обществом или находятся на пути к его решению. Всякое другое это попытка в политической борьбе использовать определенный лозунг, более или менее популярный. Но Андрей Николаевич уже приводил примеры того, что произошло с Московским конвентом, список этого можно продолжить. Теперь следующий вопрос. Ну, да, завершайте, пожалуйста. Да. Самое главное, скажите. Следующий вопрос – это учредительное собрание и советы проблемы с инвестицией. Вы знаете, я думаю, что в 17-м году советы были совершенно временные и неспособные к долгожительным операциям. Советы непригодны вообще, в принципе, как способ организации власти. Это прекрасно увидел Уэллс, который якобы восхитился, поговорив с Лениным. И это очень точно выразил Сталин, когда он сказал, что советы – это приводной режим диктатуры Гитлера. Вот в этом только смысл. И последнее. Вот вопрос о том, насколько учредительное собрание перспективно в современных условиях. Я очень хорошо помню, 92-й год, когда целый ряд политиков, рассчитывая ущемить съезд народных депутатов, выдвинули идею учредительного собрания. В основном это исходило из РДДР, Собчак очень старался в этом направлении, еще целый ряд людей. Я думаю, что это абсолютно несостоятельная идея, потому что и в тех условиях, выбрали бы учредительное собрание, оно бы повторило примерно то, что мы имели на съезде народных депутатов. И поэтому, последняя фраза, поэтому, если сегодня кто-то рассчитывает, что можно вот, собрать учредительное собрание, и оно-то нам даст прекрасную конституцию, это фантазия, это иллюзия, работать надо с тем, что реально существует. Демократия – это прежде всего процедура. Диалог и консенсус между политическими партиями тогда приводит к социальной стабильности, когда все политические партии стоят на позициях защиты демократических процедур. Как раз послевоенные демократии Европы это хорошо показывают. Можно иметь разные ценности, можно иметь разные предложения по 10 и 100 вопросам, все равно политические партии никогда не договорятся об этом. По земельному вопросу, по рабочему и так далее. Они должны договориться о процедуре. Как только они договариваются о процедуре выборов и о формировании легитимных органов власти, тогда и возникает демократический процесс, и он является источником социальной стабильности. Это первый мой тезис. Второй тезис заключается в том, что учредительное собрание на современном этапе мне представляется ненужным. Во-первых, потому что нет революционной ситуации, нет того, что называется конституционным моментом, то есть неких завышенных ожиданий общества от Конституции. Массы совершенно равнодушны сегодня к конституционным дебатам. Я полагаю также, что Конституция 93-го года адекватна демократическому выбору страны,
и она, безусловно, означает все-таки выбор демократического вектора, поскольку основана на уважении прав личности. Конечно, мы можем говорить о том, что положение Конституции о разделении властей не соответствует нашим представлениям о демократии, но это не повод созывать учредительное собрание, это слишком сильная мера, я бы сказал, с непредсказуемыми последствиями. Дело можно решить либо конституционными поправками, то есть использовать положение статьи 136, а не 135, либо даже изменением законодательства, например, закона о правительстве. Таких предложений очень много. Так что критика некоторых норм Конституции, которые исходят от политических партий, не должна автоматически вызывать представление об учредительном собрании как спасительной мере. Третий момент состоит в том, что у нас нет закона о конституционном собрании. Это очень важно. То, как будет выглядеть возможное учредительное собрание или конституционное собрание, зависит от того, кто этот закон пишет и принимает. Совершенно ясно, что в современных условиях правящая партия и ее союзники будут писать этот закон. Таким образом, мы можем потерять те демократические достижения, которые есть в Конституции 93 года, не приобретя ничего взамен. Это признают многие люди, и, на мой взгляд, это верно. Кто заинтересован в учредительном собрании? Здесь называли разные партии, но, на мой взгляд, наибольшая активность идет со стороны консервативных правых партий, я бы сказал, клерикальных партий, которые выступают за принятие государственной идеологии в Конституцию, за отмену светского государства и увеличение роли РПЦ. Это одна угроза Конституции. Другая угроза Конституции – это крайне левые партии, которые хотят вернуть нас в Советский Союз. Некоторые, во всяком случае, из них. И третья угроза – это националисты, которые хотят нас вернуть еще даже раньше, к Земским соборам. В будущем, конечно, подобный институт может быть создан для достижения, так сказать, национальной идентичности, которой не удалось достичь ни в 17 году, ни в 91-м, и которой нет сейчас. Но я думаю, что это учредительное собрание будущего должно все-таки извлечь уроки из ошибок временного правительства и из опыта тех технологий создания такого рода учредительной власти, которые есть в современном мире. Я подчеркиваю, что разработка полноценной демократической конституции должна исключать популизм. Конституцию должны писать юристы. В этом смысле я уже говорил о том, что конституции, написанные в закрытом режиме, оказываются более эффективны с юридической точки зрения. Это не значит, что они не демократичны, их можно потом принять на референдуме. Но процесс создания конституции должен исключать популизм, наивные представления о том, что вот какие-нибудь советы могут стать работой. О нынешней ситуации говорить об учредительном собрании бессмысленно. Это вопрос возможного будущего, именно преодоления того социально-экономического и политико-правового тромба, который закрывает развитие как бы, нашей страны в будущем. Вот. То, что когда этот тромб будет удален, вы понимаете, что мы будем действовать не по современным правилам. Как бы, просто эта конституция будет убита. И придется действительно переучреждать государство. Саша, я ведь говорю не об учреждении, а о переучреждении государства, когда вот оно как бы распалось в старой форме и требуется создание некоторой новой. Вот. Это действительно крайне опасная ситуация, как мы знаем из истории, неоднократно повторяю. Ситуация вынужденная. Вот опять, когда там кто-то говорил, нужно ли было делать революцию в октябре 2018 года, знаете, если это делается, это не революция. Это переворот, может быть. Революция – процесс абсолютно стихийный. Да. Но стихийный, да, и просто с ней приходится считаться и искать способы максимально конструктивного выхода из этой ситуации. Я бы не стал рассматривать учредительное собрание как механизм работы над текстом Конституции. Если бы это было так, то можно было бы согласиться, что это стреляет из пушки по воробьям. Вы говорите о том, что есть замечательный, неплохой текст Конституции, очень демократический, но
мы же не сможем рассматривать отдельно текст Конституции и всю практику за эти 20 лет, которые камни на камни не оставили от всех основных положений этой Конституции. О том, что народ есть источник власти и прочее, 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 прочее. Понимаете? Доверие этой Конституции, легитимности у этой Конституции очень немного. И кто будет переписывать текст Конституции? Юристы? Легитимность юристов... Простите, а зачем переписывать текст Конституции, если дело в правоприменительной практике? Пусть игра политических сил вернет Конституцию на место и сделает ее работающей. Зачем же выбрасывать хороший текст только потому, что он не соответствует действительности? И писать другой, который будет гораздо хуже. Понимаете, это подход юриста. Причем юриста, который без выражения, может быть, грубо прозвучит, есть выражение парламентского сантимизма, да? Есть реальность. В этой реальности Конституция вызывает раздражение жуткое и неприятие. Есть очень сложно накопившиеся социально-экономические проблемы политические. И один из них – это, конечно же, недовольство немалой части населения приватизации. Итогами приватизации, то, о чем говорил Олег Румянцев о социализации недр, это, извините, тему можно не афишировать, но она всплывет, как всплывут и масса других вопросов. И тут будет вопрос в том, кто будет легитимен и авторитетен в глазах значительной части населения в ситуации, когда политические партии влияния серьезного не имеют, когда фактически все общество деградировано и распалось. И вы сами говорили о том, что учредительное собрание – это инструмент национальной идентичности. Вот России сейчас нужно обретать, причем не через 100 лет, а в ближайшие годы, потому что это вопрос выживания. У России никаких 100 лет нет, и тех процессов, как вот они идут, нарастают. И учредительное собрание как раз было бы возможно для того, чтобы переломить вот эту тенденцию использования силы и перелома противника. Это попытка найти какой-то консенсус. Другое дело, что большинство игроков на политическом пространстве, им совсем не нужно никакое учредительное собрание, при малейшей возможности переписать текст под себя, многие так и поступят. Так что скорее это делает вот идею учредительного собрания труднодостижимой. Пожалуйста, можно я вмешаюсь с небольшим комментарием? Я с вами совершенно согласен, когда вы говорите о том, что существует отчуждение власти от общества, что существует действительно ценностный раскол в обществе. Все это правильно. Но если сводить проблему легитимности к такого рода оценкам «нравится, не нравится», то фактически это выглядит примерно так, как если бы мы послушали ребенка, который не хочет ходить в школу, потому что ему это скучно. Ну, возьмите отношение к собственности, возьмите отношение к итогам приватизации. Это ведь не на уровне нравится, не нравится. Это на уровне того, что немалая часть населения страны находится за чертой бедности и в это же время слушает рассказы телеведущих о семи яхтах Абрамовича. Понимаете? Надо нужно убрать рассказы о семи яхтах Абрамовича и заставить этих людей работать по-настоящему. Чтобы заработать на яхты Абрамовича распилить. Как можно заставить рабочих? Миллионы пенсионеров, которые в советское время эксплуатировали, Понимаете, когда целые поколения, которые были в советское время, своим трудом создали очень многие вещи, многие те же заводы, железные дороги и прочее, 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 и фактически сейчас отчуждены от результатов приватизации, брошенные умирать, это совсем не пустые разговоры, это очень серьезные вещи. Будет вопрос о том, как избежать, в общем-то, крови, как можно удовлетворить страну. Прозвучала такая мысль. Левая идея парламента, по-моему, вы сказали. Левая идея, чтобы на собрание. А получилось, как всегда, как Степанович, ну и как у сам Билан.
Понимаете, какое дело? Это ведь не левая идея совершенно. Левая идея в чем? Это, кстати, сейчас вот в этом КАЕСе, вот в этом белоленточном движении очень заметно. Для левых все эти парламентско-представительские вещи – это инструмент, это, ну, это не самоцель. Самоцель – какие будут социальные преобразования? Это вопрос был важнейший в 17 году. То, что они там, может быть, профукали, так сказать, сроки с учредительным собранием – это проблема, конечно. Но то, что они не приступили к социальным, это их и погубило. А не то, что они там с учредительным собранием. Это форма, это не содержание. Это первое собрание. И оно очень как раз хорошо перекидывается в эту злосчастную конституцию 93-го года. Там, я совершенно согласен, есть замечательные слова. Замечательные слова. Там как в одной оболочке два человека живут. Там есть ядро конкретное, оно соблюдается. Не надо говорить, что Конституция не соблюдается. Она прекрасно соблюдается. Что каждый депутат, когда еще был Ельцин, помнит, ну, когда еще был какой-то плюрализм там, в парламенте, он помнил, троекратное, три раза не проголосуешь за это правительство, тебя отправят на новую избирательную кампанию. Никому не хотелось. И это соблюдается. Соответственно, есть ядро, написанное вот командой Алексеева. И был такой краудсорсинговый проект, вот слова Пономарева, суть Румянцева, потому что я помню, как делалась конституция румянцевская, как ее тогда и называли, не ельцинская же ее называли, когда со всех поправки собирали, мы приносили наши формулировки, брали, другие приносили, брали, долго обсуждали, что-то вычищали. И вот на этом конституционном совещании весь конфликт заключался в том, что когда они попытались Алексеевскую конституцию, написанную в кабинете, протащить, получилась такая халтура, что даже, в общем, не очень честно подобранный состав возмутился, и, так сказать, пришлось совмещать. И вот все, что там хорошего взяли из парламентского проекта, практически все. А вот все, что это задушило, я сюда шел через Триумфальную площадь, соблюдение конституции, так сказать, наглядное, сегодня 31 число, я должен был обходить, там демонстрация полиции, и каждое 31 число они будут покупать. А вот, это второе. Третье. Как мне кажется, наша сегодняшняя дискуссия убедительно показала, если возвращаться в то время и помнить воспоминания о будущем, что реальной альтернативой линии началось большевиков, а кончилось Сталина, и можно долго спорить, виноваты большевики, не виноваты, это вот. Вот этой линии реальная альтернатива, это был левый блок. И вот очень интересное рассуждение Ярослава, они меня убеждают в той части, не убеждают сначала, в той части, что вот левые эсеры могли предотвратить разгон, если большевики решились. Это как раз соотношение эсеров. Левые эсеры, войдя к эсерам, смогли бы, вот этот фактор бы сыграл решающую роль. Он бы решающую роль мог сыграть в другом отношении. Потому что, ну, большевиков были силы, солдаты, войска, хотя погибло, извини меня, погибло при этом разгоне все-таки меньше народу, чем погибло при Камуче от репрессий. Тут вот сколько ни говоря, все равно меньше. Но! Запустил магазин гражданской войны. Да, а кто? Кто? Разгон учредительного собрания. Нет, нет, извините, гражданская война через несколько месяцев началась. Я сам говорил, что путь был проложен, но уход запустил. Но возвращаемся к этому важнейшему вопросу, вот об этих исторических альтернативах. Сохранение левых эсеров в составе партии как раз и было шансом вернуться в сентябрь 17-го года. И вот если бы это произошло, я думаю, что были бы очень реальные шансы действительно выйти вот из этой каши, смертельной каши. Друзья, нужно различать моральные оценки и исторический подход. Моральная оценка моя такая, никакой террор не допустим. Но террор имеет свои исторические объяснения, они очень разные. То есть, когда Каляев швыряет бомбу в Плеве, это, ой, извиняюсь, да, конечно, великого князя, но вы все поняли, как я низко пал, перепутав двух исполнителей, да. Значит, и двух жертв. Значит, когда Каляев швыряет Сергея Александровича бомбу, то в этот момент, с моральной точки зрения, он совершает для меня недопустимое. Ну, я понимаю причины, которые за этим стоят, традицию, которая стоит. Я понимаю, что я буду пожимать руку человеку, который скажет, что он совершает допустимое деяние и так далее. Но давайте все-таки определимся. Вот у нас получилась такая интересная вещь, что вот не так, вот если террор в интересах, если он оппозиционный, в интересах социалистической идеи, то он допустим. А если он оппозиционный, но в интересах другой идеи, то недопустим. А если он не оппозиционный, но интерес социалистической идеи, он опять недопустим. Слушайте,
Слушайте, ну это какая-то уже эквилибристика. А как насчет Штауфенбаха? А насчет Штауфенбаха интересный вопрос. Может, Штауфенберга? Штауфенберга. Я подумал, неужели не знаю, Штауфенберга. То это возникает вопрос, существовало ли в России в начале 20 века и в 1918-19 году государство, которое мы можем отождествить с нацистским, с его очень важными специфическими характеристиками. И вот этот, если этот вопрос на себе, если ответить его на себе по-честному, то вполне научный может быть ответ. Что такое было покушение на Гитлера? Да, для меня да. Потому что для меня это единственный водораздел. Существовал один режим, против которого были все средства хороши. В истории вообще. Для меня один. Остальное можно обсудить. Значит, теперь. А вот здесь, это интересный разговор для следующей дискуссии. Но я хотел вырулить на другой уровень. Ну, то есть, поняв разногласия, я для кого-то Штауфенберг не допустим, его поведение. Для меня допустимо. Значит, мой вывод следующий, что как раз, если мы поймем вот эту логику, что пока у нас не крайняя степень тоталитаризма, против которой действительно можно оправдать, оно такое применяет, то есть такие не применяли перед учительного собрания массового террора, так сказать, вот даже если оставили вспомнить. Если мы поймем этот принципиальный пункт... Я что, или убийство Кокошкина и Шинелева? Конечно, безусловно. Если мы понимаем этот пункт, что вот на этих гранях, когда еще все шатко, это недопустимое средство, то мы поймем, оппонирую, по-моему, тебе, да, что без большой крови можно пройти. А если мы не понимаем, то без большой крови нельзя. Вот как только эта развилка пройдена, если мы говорим, ладно, хорошо, ради этого мы можем пойти там, на массовые репрессии, на убийство вождей и так далее, друг друга, тогда все, тогда механизм раскручивается, мы получаем военный коммунизм, гражданскую войну, в общем, Сталина, конечно. Если мы это понимаем, то мы имеем перестройку. И все в нее плюются, кому не лень. Но масштабнейшие преобразования, были проведены без большой крови. Потому что было это, на мой взгляд. Слушайте, я могу сказать, с очень многими вещами, которые высказал Александр, совершенно не согласен, в том числе и в трактовке оппозиционного и государственного террора. И еще в целом ряде моментов, потому что, если совсем коротко сказать, то большевики захватили власть в октябре с небольшим количеством убитых. Это правда. Даже с меньшим, чем в феврале. Но это ведь совсем ни о чем не говорит. Это был запущен маховик, когда потом через год, через два или через три счет пошел на сотни тысяч, на миллионы. Здесь важно скорее то, что они захватили власть, свергнув временное правительство за месяц до учредительного собрания, а потом загнали учредительное собрание. Ты обходишь наиболее важные ключевые моменты, принципиальнейшие моменты, которые совершенно по-разному должны оценивать. Это государство, это власть, она захватническая. Когда ты отдельно говоришь о нацистской власти и не говоришь о сталинистском режиме, это странно. Захватническая. Власть Рюриков захватническая. Хорошо, Александр. Захватническая. Значит, мы поговорим об этом на отдельной дискуссии. Хочу сказать вот что, во-первых. Значит, как человек, не вмешивающийся в политику, я, соответственно, не вмешиваюсь в спор о том, нужно ли нам учредительное собрание. Желающие могут попробовать, ради бога. Наш профсоюз в свое время на этот вопрос ответил так. Нас интересует не то, кто стоит у власти, нас интересует то, какая политика проводится. Формируйте свое учредительное собрание, мы посмотрим. Момент второй. Что в очередной раз меня так изумило, я бы так сказал, это элитаризм, который заключается в идее о том, что вообще все основные значимые решения в демократически организованном обществе должны принимать специалисты и некая избранная элита. Это обычно маскируется утверждениями про то, как плох популизм, о том, что при демократии решают не улицы и так далее, и так далее. Я вот столько никак не могу понять, люди, которые об этом говорят, они сами себя при этом причисляют к элите или нет?
Если они себя при этом к элите причисляют, то возникает вопрос, на основании чего они это делают, кто им это сказал. Если они себя при этом к элите не причисляют, то я не могу это воспринять иначе, как некую форму мазохизма. И флома в другом случае я просто пожимаю плечами. Момент третий, на мой взгляд, значимый. Вопрос о советах. Орган ли это власть? Понимаете, в чем дело? Орган самоорганизации населения власть, органом власти быть не может. Он может быть органом безвластия. Это да. Но органа власти нет. Вся беда российских советов была в том, что они с самого начала формировались на партийной основе. То есть, иными словами, как уже с самого начала представительный орган. Какое это было представительство, это уже вопрос другой. Всеобщее равное тайное или какое-то другое, я напомню, что Госдума тоже при царе-батюшке избиралась не всеобщим равным тайным и так далее, и так далее. Так что это вопрос достаточно такой второстепенный. А вот что не второстепенно, то что как только советы превратились в орган власти, они, естественно, и стали то есть, тем самым приводным ремнем, о котором здесь говорилось. И, кстати говоря, Роза Люксембург, здесь уже упоминавшаяся, она была одной из первых, кто это заметил. И написала в свое время, что советы в России лишены всякой реальной социальной и общественной жизни. Они превратились просто в придаток. Да? Значит, собственно говоря, ну а потом в советское время это был такой квази-парламент, квази-ручной парламент, который избирался как нормальный представительный орган, только при этом, так сказать, естественно, под контролем одной только партии. Потому я это называю квази-парламент. Третье замечание, которое хотелось бы сделать, совсем краткое, интересовало ли российское крестьянство политика. Понимаете, политика, как вопрос о власти, нет, не интересовало. А вот социальный вопрос интересовал. Я еще раз напомню то, о чем я говорил, когда мы в прошлом году обсуждали вопрос об Октябрьской революции, да, то есть об Октябрьском восстании. Я напомню знаменитую листовку, которая курсировала на Украине в 18 году. Да? Крестьянин, который держит в одной руке хлеб, в другой бомбу, говорит, вам нужен хлеб, вот живой, вот вам хлеб, кидает бомбу. Иными словами, крестьянина интересовала его нормальная местная жизнь, чтобы его оставили в покое, вот что ему было надо. И этого он ожидал. Если учредительное собрание ему это не дало или не могло дать, значит, он это самое учредительное собрание, пожав плечами, просто отправил его на битие. Вот. Ну и, наконец, совсем на закуску анекдот такой, да, маленький. Тут упоминали диалог между Суаришем и Киссинджером, да, когда, значит, там, как он там, так сказать, себя там повел так или не так. Я просто воспроизведу этот диалог полностью, что его оборвали, к сожалению. Диалог был такой, Киссинджер позвонил Суаришу и сказал, да вы же Керенский. Суариш сказал, ну я не хочу быть Керенским. На что Киссинджер ответил, Керенский тоже этого не хотел. Спасибо. Второй запрос за последнее время на артефакты создания институции. Первый запрос был на ботинок Слободкина. Найден ли ботинок Слободкина, упавший с него, когда ельцинские охранники выволачивали его с первой пленарки конституционного заседания? Нет, есть стихи об этом. И они у нас сохранены. Ботинки мы пока не нашли. Вот сон Подшивалова, это второй артефакт, будем искать. Наверное, воспоминания должны быть на этой теме. Если серьезно, я поздравляю, во-первых, семинар. Константин, прекрасный семинар. Я очень жалею, что я здесь первый раз, хотя он живой существует. Мы продолжим эту традицию. Здорово. И хочу сказать, что не случайно я поднял эту левую идею социализации. Нет, а мне кажется, что если на уровне хотя бы обсуждения сейчас тема начнет получать... Нет, видимо, шире вообще расширить. Я, по крайней мере, пытался предлагать формулу его к стилю. Не национализация, подчеркиваю, а социализация. Олег, именно так я и предлагал, именно в термине социализация. Ну, это сказали уже, не буду тратить свое короткое время. Вторая тема это учительное собрание и советы. На мой взгляд, нам удалось все-таки найти в Конституции формулу, которая могла бы устроить левые силы, на мой взгляд, то, что мы разделили государственную власть и местное самоуправление. Эта концепция предложена, это наша концепция, она, слава Богу, сохранена. Есть возможность для левых сил, определенная возможность, конституционная, по крайней мере, я не говорю о практической политике, к реализации идеи через самоуправление территориальных общностей в разных формах, и через советы, и земства, и через сходы, и референдумы, и иные формы непосредственной демократии. На мой взгляд, эту конституционную возможность надо использовать.
И тогда, может быть, вот через это, через такую самореализацию, по крайней мере, для молодежи такая возможность самореализации существует. И это, мне кажется, снимает в том числе и претензии советов на управление государственной властью. Третья тема. Да, ну про ресурсы. Тут сказал нам Андрей Николаевич Медушевский, сказал, что демократия – это процедура. Я думаю, что Конфуций сегодня сказал, что демократия – это кто владеет недрами сегодня. Мне кажется, сегодня вопрос про ресурсы – это возвращение к первому пункту. Третья тема. То, о чем я не сказал, это очень важно. Один из колоссальнейших рисков Конституционного собрания состоит в проблеме нашего федерализма. Мы не случайно, когда готовили проект федерального закона о Конституционном собрании, как в пункте, как в версии созыва, так и в версии избрания Конституционного собрания, уделили особенное внимание вопросу федерализма. Дело в том, что мы прошли через колоссальное напряжение эпохи 91-92 годов. Началось все с Чечни, началось все вообще с делегирования Горбачевым нашим российским автономиям прав союзных республик. Горбачевско-лукьяновская модель исключительно опасная. Все это повлекло парад суверенитетов. Вы помните, мы вырубили в итоге на подписание федеративного договора. Но ведь исторически, как это произошло, в самый нужный момент текст проекта федеративного договора 1 о том, как автономии учреждают нам федерацию, был заменен вашим покорным слугой в кабине на столе буквально с Булатова на текст договора о разграничении полномочий и предметов ведения. И пошла другая работа над другим договором. Не учреждение Российской Федерации, а договора на основе раздела проекта Конституции разграничение полномочий и предметов ведения. Сегодня вот эта тема, как только станет темой учредительного собрания, Конституционного собрания как учредительного, неизбежно могут вот те самые фантомы заново учреждения Российской Федерации могут возродиться. Об этом риске. Это то, о чем говорил Вадим. Кантонизация России. Это было, и это тоже один из уроков учредительного собрания. Последнее, очень кратко, это в отношении еще раз одну из функций вот, Конституционного собрания, учредительного собрания. Дело в том, что у нас изначально в проекте Конституции было записано право граждан на сопротивление узурпации власти. И вот в этой связи можно рассматривать одна из здоровых возможных функций Конституционного собрания, возможно, будет все-таки это институт crisis management. Вот эта функция такого мощного crisis management и использование этой функции против узурпации власти, попыток насильственного изменения конституционного строя, это надо иметь в виду, поскольку над этим Андрей Николаевич говорил о том, что эта работа должна быть закрытая, юридическая. Как знать, может быть, эти вопросы пройдут и со стороны общественности. Потому что здесь вот как раз стык, может быть, на таких семинарах общественных определенных движений и ученые мысли может и находиться. Разные точки зрения, порой полярные, противоположные, присутствовали. Но с другой стороны, было высказано масса интересных идей, наметок, с которыми можно будет работать. И, на мой взгляд, собственно, почему этот круглый стол мною и был затеян, очень важно вынести идею учредительного собрания, конституционного собрания из периферии общественного сознания, из маргинального положения, да, в предмет общественного внимания, общественной дискуссии. Важный шаг в этом направлении мы, конечно, сделали.